Всем здравствуйте! Здравствуйте! С вами Иван, и сегодня мы будем рассказывать и слушать. Будем разыгрывать и дарить. И еще заниматься парой смешных дядь. Спасибо большое, это редакс. Я понял намек. Не время сегодня для иудейских котов. Ой, не время. Где ты, гой, медоед? Ой, гой, медоед. Сейчас поправлю. Большое спасибо за донат. Котики, да. Я забыл про котиков. Какой ж... Традиция, наверное, будет. Все. Видите, как все просто оказалось. Попробуем еще раз. Ну что, ребята, давайте я вам расскажу немножко про Dark Elder. Чат большой. Ну так и канал у нас не маленький, и чат большой, и сердце большое, открытое. Для вас. Каждый день. Ну, в общем, сегодня я буду рассказывать вам про Dark Elder. А именно про Точилу. Ну, судя по названию, рассказ должен быть о Точиле. То есть он должен быть посвящен самолетику, двойному рейдеру Танталусу. Ну, по-хорошему. Ну, на самом деле не будет тут много Танталуса, а будет много распри, козней, смертоубийства, интриг, гедонизма, сиборитства лишнего и прочего. Господи, как приятно, спасибо огромное. Я обожаю это. Привет из Донецка. Привет, Донецк. Про Каина. А надо. А надо ли? На русском языке? На английском языке? Либо на стриме? В каком формате? Если честно, я настолько не интересуюсь Каином, что уже давно не смотрел, не мониторил. Но здоровье Санди Митчеллу. Где пёсель? А сегодня мы не про волков, потому нет пёселя. Это же логично. Ну, наверное, логично, я не знаю. Хотите, пёселя притащу, но я думаю, она не очень хочет. Ей не очень приятно. Да её хватают и куда-то тащат. Пусть даже это вроде и хорошее место. Привет. Не смотрел я Алиту, наверное, надо посмотреть. Я все пропускаю, потому что очень много работы. Слишком дофига работы. Очень дофига работы. Капитан Марвел, да, пойдем. А что с ним делать-то с Капитаном Марвел? Надо посмотреть на потуги. Леха? Не знаю, Леха, наверное, завтра. А Инари, наверное, послезавтра. Ну, где-то в этом районе. Ну, записываться будут, монтажиться они будут на расстоянии день-два после съемки. Алита классная. Ну, может, стоит посмотреть ее. Хотя бы дома. Чернокаменка получилась лажей. Да, получилась лажей. Нам не понравилось абсолютно вообще никому. Недосказанности, сиквелы. Привет, Миша. Здоровеньки тебе, здоровеньки. А пока как? А вот увидишь. Смонтирую на днях и увидишь. Угу. Ну ты же это, члена дрянь. Марвел был снят. Не для тебя, спасибо, Никита. Да не, я думаю, там не такая фем-история безумная, брось. Когда был последний Инари? Наверное, в самом начале февраля, либо в самом конце января. А мы у себя в Чернокаменку не поиграем, но я все равно ее докрашу. Да поиграйте сами, посмотрите. Может покатит реально, может нет. Тут надо самим пробовать, самим. Покажите на стриме, пожалуйста, видео. Этот стрим не про новинки. Не про новинки от ГВ. Но все, наверное, кто хочет, могут посмотреть на нашем новостном паблике ролик.
все фоточки и ролик с моделечками новых ХСМ и Space Marine Примарисов. Ай, ну ладно, может покажу. Нет, не хочу пока. Ну так лень будет тыкать это все. Вот новости снимем завтра. И в новостях покажем. Лучше в школу магии показали. Это было бы гораздо интересней. Которая в книжках будет. Вангард Чембера. Да. Только 40к. Новые мары, ну они такие, футуристичные, больно. Ой, ладно, давай не начинать, в общем, я хочу уже закончить с Танталусом, разыграть все это дело и выложить уже репорт, который будет наверняка дорендарен. Вот. Новости, кто ведет? Ну, наверное, мы сделаем это либо в формате стрима, либо в формате запишем видео с Машей и все. Но мне ближе формат стрима. Мы просто с Марией сядем и обсудим со зрителями днем в обеденный перерыв новинки настолок, варгеймов и прочего. И все. Начнем, да, давайте, ребятушки. Ну, отвечу на вопрос, конечно. Минки от Фаржи являются каноном? Да, являются. Однозначно. Джибошу, my friend, Джибошу. Get ready, bitch. Журавлёв все? Нет, но у него есть он свой паблик. Он в нем постит новости. Нам никто же не мешает на лампаче тоже с ребятами из его команды постить новости. И никто не мешает нам тоже снять новостные выпуски, которые мы до этого делали уже год, наверное. Новости прикольные. Если есть что рассказывать, надо рассказывать. Если нет, ну, какой-то инфы, то мы предпочитаем не тратить время на... Вы поняли. Все, Аглита уже пошла, нафиг. Давайте чекаем музыку. Чек. Музыка, звук, голос, прием. Первый, второй прием. Слышно, тогда можно начинать. Не слышно, тогда не будем начинать. Так что давайте. Не поленитесь, расскажите мне о вашем ощущении. Если все нормально, погнали, че. А если не нормально, то и гнать мы никуда не будем. Жду инфы от вас. Фидбэк. Поехали! Но это должен с таким звуком, когда расчехляться, как на меме. Гоу рассказ. В общем, написал рассказ очень прикольный чувак. Вы, может быть, когда-то о нем слышали. Брэден Кэмпбелл. Спасибо парням на то, что надо. Спасибо большое. Парням на то, что надо. Хорошо, спасибо тебе большое, парням. Не знаю, как тебя зовут, но... Аригато, сенсей. Не, парням сама. Так вот, Брэден Кэмпбелл. Это человек, который написал рассказ уже мною озвученный. И он был крутой. Ух, яйца сводило. Охотники. Hunters. Про катачан. Ну, согласитесь, неплохой рассказ про катачан, где ребята мочили Тау. Снайпер, подрывник, сопротивление, Гурелла файт, вот все это. То есть он как бы может в крутые рассказы не болтерпорно, в общем-то. Он тут тоже смог. И этот рассказ 2014 года был приурочен, ну стыдно, конечно, сказать, к выходу модельки. Модельки Танталуса. Танталус или Тантал, конечно, у нас опять калийской мифологии отсылка, привет, Древняя Греция, но... Не будем об этом. Об отсылках в самом конце, после рассказа. Танталус — это большой флайер. То есть паттерн сдвоенного рейдера у Dark Elder. Здоровая такая махина. Чтобы вы понимали, о чем речь, лучше я ее вам покажу. Потому что иначе многие из вас, наверное, даже ну, не представляют, что это за тварь такая. И рассказ нам придется начинать в любом случае с описания этого крафта. А он хорош. Хорош. И в игре хорош, и в рассказе ничего. Танталус. Дико уникальная машина. Его больше ни у кого не было. Это была гордость. Гордость Суррасиса. И он знал, что этой тачкой захотят завладеть все на районе. Он был вдвое больше обычного рейдера. По сути, рейдер плюс рейдер. Уп! Танталус получается.
изящные формы, вычурные леера, смертоносное вооружение, остро заточенные пики, шипы и косы на крыльях этого корабля. Он был его шедевром. В городе каждый житель знал эту тачку, в городе Камарахи. Технологии его создания он скрывал. И многие из них еще были со времен грехопадения. Ну, то есть, The Fall, падение Элдер. Все не любили Сурахиса. Вообще ненавидели. Почему? Потому что он десятилетиями пил чай Несквик. Встроенная реклама. Или Пиквик. Потому что он десятилетиями катался на этой тачке и грабил своих соседей. Грабил корованы очень усердно, методично, и никто ничего не мог ему сделать. Почему? Потому что, сука, это был быстрый корабль. И это был смертоносно вооруженный корабль. И никто его из-за этого как раз не любил. Он опускал, опускал и опускал. До этого Сурахис Скорбный был замечательным ривером. То есть пилотом джетбайка. Он участвовал в куче гонок и был мастером своего дела. Он был мастером-пилотом. Он был лучшим, по сути. И многие недруги, они банально завидовали ему. Ну, потому что не должно быть кого-то лучше, чем они. А он был назло всем. И у него был большой списочек недоброжелателей. И в этом списочке... Вот сейчас он такой, ах ты сука, вносит одно имя, Сиаф, Сиаф из Ночного Острога. До сегодняшнего дня Скорбный, он не слышал вообще ничего о Сиафе, ну вот появился он из ниоткуда. И слухи пошли о том, что он чемпион арены риверов, суперский, идеальный просто пилот гравицикла. И при этом он имеет наглость заявлять всем попутно тут и там, даже ходя на рынок за продуктами, типа, знаете что, я лучший, эй, детка, я лучший, у меня нет равных. И он этим кичился постоянно, что никто в Камарахе не может с ним потягаться, что именно он самый клевый парень на деревне, а не Скорбный, обладает самой быстрой, изящной и тяжело вооруженной машиной в Камарахе. И наш Архон Сурахис Скорбный выслушивал. А потом подумал, какого хера? Сколько лет он уже мочил, кошмарил других подобных этих зазнаек, говорунов. Он так много их убивал, что сейчас, собирая и подготавливая свой корабль, он вперед летел, по сути, с странным чувством разочарования. Очень давно он не мог даже вспомнить, кто из них был последним. Устройство неопознано. Блин, нет, гад, плиз, ноу. Только не наверни мне рендер, скотина. Это у меня просто флешка пикнула, и у меня прям сердечко в пяточку ушло. Там же рендер идет священным репортом часового. Настало время отправляться. Все было подготовлено. Огромный, красивый, грациозный Танталус был пришвартован к вытянутому балкону. На палубе собрался экипаж. Это 13 лучших воинов его кабала. Донатик! Димон, keep the head. Мое уважение. Микрофон навернулся? У нас были технические неполадки, но наши техножрецы, которые находятся у меня под столом на уровне паха, они смогли все починить. Спасибо вам за ожидание. Приятного прослушивания. Продолжим. Чем я остановился? То, что у нас есть балкон. У нас есть длинный вытянутый балкон. Вот так лучше. И над нему припаркован Танталус. 13 членов экипажа находится на его борту. Бойцы занимаются последними приготовлениями и взоры кидают на двух близнецов, которые стоят на палубе.
Это сын и дочь Сурасиса. Близняшки. Дочь зовут Нитоле. У нее боевая раскраска на лице, волосы в пучок. За нее стоит его сын Ратей. И осматривает через длинный хрустальный цилиндр ближайшие окрестности города. Все они в броне каббалистской. Она густого, дымчато-серого цвета, что свидетельствует о принадлежности к каббалу темного зеркала. Но об этом еще ярче свидетельствует символ над сердцем каждого из них в виде такого надломанного зеркальца. И тут поднимается сам Сурасис на борт. Он завершает приготовление, и тут же раздается голос по палубе. «Архонт на палубе!» Все сразу же побросали свои дела, выстроили цепочку, и муштра вытянулись, как тростиночки. Это древние ритуалы, которые тянулись из глубины эпох, буквально-таки. Сын улыбнулся, кивнул Сурасису скорбному, а не то ли, как будто ничего не замечая, достает из-за пазухи бутылек и ширяется. Она все в глаз капает им. Одним, вторым. Черную жидкость какую-то. Ну, видимо, катаракта мешает. Вот. Закапала в глаза. Сурасис ходит по палубе. Все осматривает. Так, что здесь у нас? Руки в боки, а в боках пистолеты. Два игольчатых пистолета. Подходит к своим отпрыскам. Смотрит на каждого из них, потом смотрит на небо. Ну что вы мне скажете? Не то ли быстро заморгала, а он такая. Глаз протерла один. Осталось черное пятно на руке. Это препарат, усиливающий восприятие. У нее по щекам атартитовые слезы текут. И такая. Твой экипаж готов, отец! Кажется. Я уже думал, что здесь нет места субординации, отрапортовал потом его сын. А я уже проложил курс до ночного острога. И тут скорбный. А погода? Я вас про это хотел спросить. Что вы скажете о погоде? Они смотрят его, дочь и сын, на небо. И рассеянный абсолютно. А он скрипит зубами, недовольный абсолютно. Так что вы будете мне так вот дальше молчать? Что с погодой? Сегодня почти полное безветрие, воздух влажный, тепло, солнышко грело. Ну, все пять солнышек, озоном пахнет. Свет рассеянный, отсюда следует... Ратей подумал такой, что же отсюда следует? А тут дочь такая фырчит, потому что скоро будет эфирная буря, это же очевидно. Очевидно. И тогда отец такой, хорошо, если будет эфирная буря, что мы должны сделать с парусами? Дочь моя, ответь, я не знаю, не знаю. А Ратей подумал такой, ну раз она не знает, сейчас я рискну, 50 на 50, надо поднять будет паруса, нужно их поднимать, обязательно, это увеличит нашу скорость. Такая оплевуха сразу, дебил. О, муза, вы оба ничему никогда не научитесь. И никогда меня не смените на посту. Сотни лет я буду с вами тут шпехаться. И так ничего, эти тупые головы я не вдолблю. Это значит, что мы зайдем для атаки по схеме Альфа, атакуя сверху и откроем огонь с очень большого расстояния. Если мы поднимем паруса, орудиям будет не хватать энергии. И тогда атака будет провалена. Он фыркнул, развернулся и пошел к пульту управления. Внизу зарокотали движки. Послышалось гудение, нарастало силовое поле, корабль пришел в движение. Между родичами его и ним воцарилось молчание. Такая неловкая пауза, по-тарантиновски. Просто по-тарантиновски. И ее нарушил отец, сказал, «Знаете, я оставлю вас обоих дома. Наказание для вас обсудим потом, когда я вернусь». Не то ли... Мигом обернулась, глаза расширены, такие вот черные, подтекшие, и такая, подожди, что? Сын, мы предполагали, что мы отправимся с тобой? С тобой? Ха,
Я очень рад, что разочаровал вас. Он даже не смотрел, что они там за спиной удивленно таращились на него. Он настраивал оборудование навигационное Танталуса. Очень рад. Но вы отправитесь сейчас же домой. Он обернулся и крикнул матросам: «Выведите их нахер отсюда!» Ни сын, ни дочь не хотели уходить. Они встали как вкопанные. Он это заметил, обернулся и как наорет на них со скаленными зубами: «Я сказал, прочь с моего корабля!» Дети такие кивнули и, нехотя, пошли к стыковочному пирсу. У них лица горели просто от ненависти и унижения. Сурасис. Ой, спасибо за донатик большое. Спасибо, Анна Аки Алайс. Сурасис прикоснулся после этого к... А вы знаете, как управляются на модельках Dark Elder их корабли. Такие полусферы или сферы даже. Он прикоснулся к одной из них и незаметным движением запястья чиркнул по этой сфере, и корабль начал двигаться. Он рассчитал в уме очень быстро зависимость сопротивления воздуха от скорости, и гравилет полетел. Отклонился и отшвартовался, выплыл из дока. «К ночному острогу!» заорал скорбный. И команда с радостными криками «Да! Порвем их!» начала заниматься своими делами. Что такое ночной острог? Это множество тероидальных арен, левитирующих над районом Камараха. Причем острог этот был построен в эпоху боли, в эпоху междусобицы. Он древний был. Он вращался вокруг этого жилого квартала, состоящего из шпилей, и, размеренно покачиваясь, делал полный оборот. Вот. Эти зазубренные шпили были мрачные, темные, вот как, собственно, на заставке нашего сегодняшнего стрима. Постоянно находясь в ночи, заостренные шипы везде. И вот это кольцо, оно вот так вращалось. Выглядело издалека как безликий черный круг, по сути, изредка освещаемый некими источниками света. А вот внутри было интересней. Там было целое поле, месиво различных препятствий, где тренировали свое искусство риверы, гелионы, ну и любые смельчаки, которые хотели попытать свое счастье на аренах. То есть там были и термальные зоны с гейзерами, там были и локации, напоминающие тундру, где специальные древние арканы могли собирать внутри прям целое поле, снежную вьюгу могли генерировать. Были просто шипы на стенах, барьеры, которые изменяли свое направление, двигались под разными углами. И вот это вот все представляло из себя арену, пояс многочисленных арен. Арен. Было куча ловушек, были моноволоконные сети, были осколочные гранаты, ловушки везде. И всем этим делом заправляла банда. Одна банда. Приходили многие жители Камараха поглазеть на соревнования, которые были зачастую смертельными. Эта банда состояла из чемпионов этой арены. Да, Кабал — это знатный дом, да. Из чемпионов арены, бывших чемпионов. И они смогли найти общий язык, договориться. И так как у них было реально очень много общего, хотя бы пережитый опыт, то они заключили альянс между собой и поклялись страшными клятвами. После этого этот альянс стал всю эту арену крышевать. По сути, они владели ей. У них не было уже той юношеской порывистости, которая была характерна для молодых Dark Elder, седлающих первый раз джетбайки типа River. У них не было этой спеси гелионов какой-либо и безрассудства. Вот эта вот банда превратилась в нечто большее, чем обычная шайка. У них был завет верности, и это было чертовски важно. Они тренировались каждый день, риверы Острога. На безумных скоростях по этим гибельным трассам пролетали на своих джетбайках. И истинные сородичи, а именно так называлась эта банда, она в глазах других была чем-то просто нереальным. И была примером, по сути. И смотровые палубы, которые были в этом кольце встроены тут и там очень много.
они заполнялись жителями города Комараха. Недоверчивыми, но очень богатыми жителями. Начиналась потихоньку эфирная буря. То есть стягивались тучи, а в Комарахе очень интересная вообще природа атмосферы. Ну, стоит о ней, наверное, чуть больше рассказать, но дальше по тексту. Так вот, начиналась эфирная буря. Стягивались облака странного цвета, фиолетовые, розоватые оттенки. И появились бойцы Завета на стартовой линии одной из трасс. Их было 12, все в глянцевых летных комбинезонах, которые BDSM-стайл обтягивали полностью тело, как будто бы вторая кожа. Вот они стояли около своих гравициклов и общались между чем-то. На них смотрели зрители. О, спасибо большое за донатик. Спасибо, очень сладенько. Друг Харри можно найти. Остроуху эльфийку, будешь счастлив. И их рассматривали зрители, которые примкнули к наблюдательным стеклам и жадно тоже между собой что-то обсуждали, показывали на них пальцем. Видимо, готовились поставить на одного из них. Последний самый приехал, подлетел, Сиаф. Он поправил свой пояс, вытащил после этого из-за него пару перчаток, длинные черные волосы чемпиона, а у него были густые черные волосы, они были собраны в пучок. В пучок на его затылке. И он из своего сапога достает длинный острый шпиль и закалывает себе эти волосы в пучке. Он был спокоен, собран, он был статный. Он оглядел своих комрадов и спросил, как аудитория, рояк? А ближний к нему пилот едва улыбнулся своим бледным хлебалом. У него сразу же вскрылись шрамы, неровные, на его левой щеке. Полный аншлаг. Ну, или почти. Хорошо заработаем сегодня. По другую сторону от него была разбойница. Ну, Ривер. Разбойник. Ну вот. Была девушка. У нее был... О да, чокер. Шипастый, красивый чокер. Она его поправила. Толпа еще волнуется, Сиаф. Мы простояли тут несколько минут, пока ждали тебя. Нехорошо это выглядит. Непрофессионально как-то. Не по-людски, что ли? Ну, я ничего не мог поделать, Тасу, оправдывается чемпион. Кроме того, что они же в обиде сегодня не останутся. О, сегодня будет потрясающе. Представление. Мне тут птичка залетела одна. Резервинг на ухо шепнул мне, что к нам большой гость прибудет сегодня. Особенный гость. Это тот, о ком мы думаем? О, и никто иной. Именно он. Тень улыбки скользнула по лицу девушки. И она... О, тогда другое дело. Рояк покачал головой. Сурасис скорбный. Когда-то был самым титулованным чемпионом тороидных трасс. Это же легендарная личность. В молодости, сказал Сиаф. В молодости это было. Вот тот самый охеренный марафон Секмегра. О, Секмегра. Мы тогда все на Яревре, помните? Все такие, да-да, помним, это была охеренная трасса. Это да. Ай. Он тогда завалил скорбный лично 50 соперников. И восьмерых... Нет, ну вы помните финал? Он восьмерых прикончил на финишной черте. Восьмерых. Никто никогда такого больше не делал. Никогда. Тасу сказала, ну, все это было в прошлом же, в любом случае. Очень жаль, что я никогда не встречалась с ним. Может, еще встретишься? Тасу, может, еще встретишься. Ладно, пора начинать. И он похлопал в ладоши, показал всем, что сейчас будет гонка. А сам тихо сказал, время скорбного прошло. Прошло. Пусть он хорош, но мы-то будем лучше в любом случае. Они садятся на свои гравициклы и начинают последнюю проверку. Тасу, который сидит сбоку от Сиафа, закрепляет уже на перчатках тоже кожаные шипастые браслеты. Он такая БДСМщица 80 уровня просто. А что насчет той его машины? Танталус-то? А что с ним? Ну,
Ты взрывать-то будешь его уничтожать или что будешь с ним делать? Нас для этого и наняли. Нет, нас наняли, чтобы убрать Скорбного, а не его машину. Как бы понять, убрать Скорбного? Ты имела в виду доставить заказчику? Нам нужно доставить Сурахиса Скорбного заказчику. Ой, не жмайся, перестань. Ты же знаешь, что я имела в виду. Разницы здесь никакой не будет в итоге. Я сделаю то, что потребуется, моя дорогая. Девушка такая, вздохнула. Ой, все, применила. Знаменитая ой, все. Эльдарская. Ой, все, не сомневаюсь. И потерял интерес. Сяо посмотрел на нее с холодом. И что? Ты хочешь прибрать его к рукам, что ли? Танталус? Эту здоровую махину? Она такая, не знаю. А если я тебе скажу нет, будем взрывать его? Пойдешь против моего решения? Она такая посмотрела на него. Взрывать его? А ты рискнешь? Тасу такая, смотрел, буравил его взглядом, а Сиаф пошел плечами. Я еще не решил. А он реально не решил. Он не знал, что с этой херней делать. Неясная судьба. Неясная. Потому что Архон мог взорвать вместе с собой эту машину, потому что она была его просто... его всем, его любимой девочкой. И он бы не захотел даже перед страхом истинной смерти расстаться с ней, чтобы она пала в лапы чужих. А может быть, он бы тогда ее продал, если бы она осталась у него в лапах. Сяо бы отнял ее и продал. Он не знал, что реально с ней делать. Странное ощущение исчезло. Не полностью, потому что неопределенность. Он ее не любил. Ну, в общем, все. Бу-у-у. Сирена, гонг. И пошла жара. Все они, кроме Сяофа, были на стандартном паттерне River Jet Bike. Ну вот новая моделька. А у него, сука, старая моделька. Вы, наверное, помните, как выглядит River Jet Bike старый, третьей редакции. Это такая, по сути, одна турбина. Ракета с маленькими крылышками по бокам. И все. И ничего другого больше. И вот он именно на таком паттерне джетбайка и во всех гонках участвует. Что самое крутое, именно на таком же паттерне Сурахис Скорбный одерживал все свои победы. Устаревшая модель. И секунда прошла, еще секунда прошла, и гонки на Скар. Там бэ-бэм, зеленый светик, и полетели. Просто как молния, как пуля. Начали нестись по трассе, обходя разные ловушки, уворачиваясь. За ними оставались такие бело-голубые инверсионные следы от их турбин. Над ними парящие сферы проносились, которые были оснащены видеоустройствами, транслирующими видео, видимо, чуть ли не по всему Комараху эту гонку, и заодно ловушками. Из каждой сферы тут и там выскакивали разные иглы. Это же была трасса смерти, трасса-ловушка. И вот на третьем кругу, когда аудитория уже хотела настоящего действа, чтобы хоть кто-нибудь из них куда-нибудь шмякнулся, бойцов ночного острога накрыла мрачная тень, и раздались первые разрывы. Скорбный Сурахис знал, что за ним наблюдают. Его соперник, ну, по слухам, опять же, Сиаф, он явно был от себя без ума. Он был нарциссом и всегда нуждался в зрителях. Даже на его рутинных тренировках должна быть толпа. «Дать публике то, что она захочет!» Таков был его девиз. И он начал атаку, Сурахис, действуя с, ну, скажем так, с налетом театральности неким. Для того, чтобы не только истребить этого наглого выскочку, но и дать остальным показать, что надо говорить о нем, о Сурахисе Скорбном, а не о каком-то Сиаве из Ночного Острога. Потому он начал это делать красиво, с пафосом, навис над ними и дал первые залпы. Он думал: «Архон, я отниму у тебя не только жизнь, но и славу твою, ублюдок!» И вот он пронесся на Танталусе, по высокой параболе, сделал бочку
и пикировал прямиком на ближайший ривер джетбайки. Он развернулся к днищем, к хрустальным смотровым палубам, где люди такие: «О, охренеть, что это за штука такая?» И мощная воздушная волна тряхнула просто фасад здания с этими смотровыми кабинками, просто затрясло его от волны. И гости, которые сидели там, наблюдали, ширялись, как обычно, кальяны курили со всякими непонятными, ну, скажем так, парами. Ну вот, они в этот момент просто чуть с ног не попадали от тряски. Сурасис выровнял машину в последний момент с этой бочки, в нескольких буквально-таки сантиметрах от поверхности арены. И прямо перед ним хвосты улетающих риверов. Они быстро развернулись и прямо перед ним тоже встали. Типа в построении, атакующая стена. И расположились вертикальными или горизонтальными рядами. Прямо перед них. Прямо перед ним. В таком положении невозможно было определить точно, кто из них сяв, да и дистанция не позволяла. Потому он подумал, Архон, да и хер с ними, огонь на поражение из всех стволов. И в носу у него были импульсные дезинтеграторы установлены. Дезинтегратор – классная тема. Вы, наверное, знаете, если любите Dark Elder. Это волына огромная, которая пускает такой пучок раскаленного солнца, по сути. Маленькое солнышко улетает. Такой, как его было-то, зеленым пульс-ган из Unreal Tournament. Пульс-райфл, по-моему, назывался. Такая, зелеными шариками стреляла. Но тут только шарики голубые. Так вот, дезинтегратор, он был скорее... Скорее его место было на кораблях, космических. Но там почему-то ему не хватало мощи. С другой стороны, в городе Камарахе это была какая-то дикая, избыточная, абсурдно большая мощь этого оружия. И вот он десяток этих энергосфер пустил по направлению в риверов. При этом их было настолько много, настолько был мощный жесткий залп, что риверы, несмотря на всю свою ловкость, грацию и скорость, смогли, конечно, уклониться, но не все, и два джетбайка превратились просто в облачко пара. Исчезли банально. Остальные рассредоточились и разлетелись по разные стороны арены. Ваше здоровье, ребятушки. Минза Баранзан? Ну, выговорил же. Ох, я Дарк Элдер. Продолжим наше мытарство. Да, солнце, пятая сила, минус 3 АП. Минус 3 АП и 2 урона. Пятая сила, минус 3, 2 урона и не греется. И стреляет эта херня 3 раза. Потому да, маленькое солнце. Так вот. Взорвались, и Сурасис решил выстрелить вновь. Но уже было поздно. Риверы набрали скорость и... уклонились от всей этой стрельбы. Сиаф и его свита уже были на большом расстоянии и очень быстро удирали, просто удирали вдоль этого изгиба тороида. Ну, теперь Архонту оставалось только одно – перехватить их. И он надавил на штурвал, корабль прям прогнулся и дал ходу. Трасса ушла вниз за ним, и он полетел. Танталус спустился в погоню. «Поднять паруса!» — закричал Архон. Двое его солдат приложили руки к светящемуся модулю у основания мачты. Ну вот, и со звуком, как будто там кнут щелкнул, выскочили три шарика левитирующих, которые резко подскочили вверх, и вот этот вот большой парус, как видите на картинке, он начал распускаться. И он состоял из тонкой ткани. А ткань эта была просто тысячный крошечных шестиугольничков. И вот он распустился и начал набирать эфирный ветер. Начала энергия поступать в корабль. Парус засветился, просто изнутри засветился. И Танталус просто ускорился. Джетбайки, видишь, что там происходит. О, какая милота. Решили уже углубиться в трассу. Архон думает, ха-ха, твари.
Ну, риверы все время так делают, это нормально, 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 можно простить это им. Если ривер встречает добычу, которую он не сможет проглотить, он решает забиться в тень, в норку, там, где его не смогут достать. И эти ребята реально, они начали проходить трассу. То есть вот эти вот всякие коварные ловушки, сдвигающиеся стены. Танталус решил не мелочиться. И спасибо большое за донатик. Опа! Страшно, да, прочитаю потом. Танталус решил не мелочиться и на такие дешевые трюки не повелся. Он просто начал таранить. Таранит все препятствия, не меняя курса. Стены разлетались в клочья, полетели обломки стали, скалобетона. И несколько из них ударились об корпус, но просто отскочили, не оставив даже царапинки. Царапинки. Враги его, они не ожидали от такой прыти, от этого корабля, и втопили газу. Они разделились на три маленьких группы. Полдюжины бойцов летело дальше вдоль тороида. Два маленьких отрядика слева и справа, жуть, откололись. Архон быстро огляделся и искал вся в жопу остальных. Где этот ублюдок мелкий, где этот ублюдок? Он хотел найти его гравицикл. Гравицикл, он знал эту модель, знал. А этот козел решил кусочек савы его и тут щипнуть. Модель-то старая была, потому он искал свой любимый Товис джетбайк с движком Винсан. Ох. Точно такая же сборка, на которой Сурасис одерживал все свои победы в начале карьеры. Позади гравицикла два небольших вот этих вот маленьких отряда, которые откололись, они сделали быстро круг и оказались сзади. Они навели орудие на Танталус. Скорбный стиснул зубы. Они как по учебнику сделали маневр нож в спину. Игнорировать их было нельзя. Скорее всего, на них сейчас стояли, ну, эти осколочные орудия. То есть, маленькие винтовки, которые стреляли осколками стекла, ядовитого. Танталусу, в принципе, плевать. Но на них также могут быть установлены всякие противотанковые вооружения. Потяжелее. Это темная энергия. Может быть, темное копье, либо бластер какой-нибудь. И тогда дело может плохо кончиться. Так вот, и он думает, что же нужно сделать-то? Если они мне попадут в двигатель, вся моя погоня здесь же и закончится. Он все это думал буквально долю секунды, и руки уже начали делать движение. Он вырубает абсолютно полностью тягу Танталуса и дает полицейский разворот. И он поворачивается к ним бортом, Танталус, и командует: «Давайте ушлепаем этих ублюдков!» И появляются его бойцы, у которых в руках осколочные винтовки, и начинают просто стрелять на надвигающихся на них риверов. Риверы немножко такие ой-ой-ой, не ожидали такой прыти от Танталуса. Опять он их каким-то раком удивил, и на них просто град, волна этих осколков. Некоторых из них посекло в лицо, в глаза, рассекая плоть эльдарскую. Просто риверов двух скосило, выбило из седла. Они полетели вниз там, как манекены, в бездну, туда вот, в жилые кварталы. Архон выхватил пистолет сам и готовился уже, что сейчас начнется, но просто луч черного света. Луч черного света попадает прямо в Танталус. Если до этого выстрелы соседних риверов ничего не делали, вообще ничего, то этот попал прямо в машину. Броня прогнулась над попаданием, и как будто все замерло. Просто Архона Танталу сюда. Просто все замерло. Машина повисла в воздухе. И он такой: «Черт возьми! Неужели у ублюдков это получилось?» Он дает приказание: «Поднять настил! Живо! Немедленно! Вот здесь!» Показывает пальцем. Бойцы подбегают и поднимают настил. Ну, на палубе. Поднимают настил, ну, и там он рассматривает узел генераторное. И реально, попадание из бластера погубило двигательную систему. Разорвало соединительную муфту, и движок был отрезан от реактора, питающего его. Он берет ладонью, погружая свою руку туда, выхватывает
яйцевидный модуль, который был поврежден. Он раскаленный, горячий, и вот эта вот всякая слизь стекает с его руки, но ему плевать. Ему было все равно. Вот, это как будто кровь самого Тантауса по его руке течет. Не замечая этого, он просто подходит к рулевой платформе и смотрит под нее. А там бардачок, а в бардачке инструменты, начинают быстро в них ковыряться. Его бойцы осматриваются и выискивают риверы. Где же риверы? А риверы вдалеке такими двумя маленькими пятнышками. Два отрядика, они так прилетают, завершая круг. К чему-то готовятся или выжидают чего-то они. Архон думает: черт, испуг, страх, давно я этого чувства не испытывал, вот дерьмо, нечем чинить, в запаснике ничего нету, нужно что-то придумать срочно, а то истребление Сиава придется отложить на другой день. Внезапно из динамиков системы связи раздается: Архон, 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 Архон Скобрый, Скорбный. Грозный Архонт, Сурахи Скорбный, ты слышишь меня? Слышишь меня? Архон поднимается к панели управления, наклоняется над ней, нажимает руну. Кто это? Как ты узнал мою чистоту? О, чудно, а я уж боялся, что кому-то из моих стрелков чересчур повезло, и наше маленькое приключение уже кончилось. Архон, уважаемый, меня зовут Сиав. Я вождь Завета Ночного Острога. Знаю, кто ты такой. Ты высокомерный ублюдок, трус, тварь, не комсомолец и не пионер. Ты втираешь всем подряд, что являешься величайшим пилотом Каморры. И это при моей жизни. Ты кичишься тем, что сумеешь мне принести истинную смерть, чего не удалось множеству других. Если так тебе передали, спорить не буду. Спасибо, лестно. Ну что ж, я здесь, жалкий ты трус. Что ж ты только своего носа не показываешь сам, лично убить меня? Архон оглядывается. Вроде риверов нету. В вышине над ним собираются бурлящие маслянистые облака. Буря набирает оборот. По левому борту лежали обзорные ложи Ночного Острога. И Сурахис ясно видел, как зрители с комарийским попкорном: это охуенное зрелище! Наконец-то пошла жара! Пошла жара! Они прижимаются к стеклу, зрители, и наблюдают. Указывают на подбитый транспорт. И что-то щелкают на своих галопиктах. И он понимал: черт, они все это видят. Они все это транслируют в половине темного города. Очевидно, раздается по сигналу, очевидно, твой перехваленный корабль не так хорош, как ты пытался его представить, правда? Наверное, старичок, тебе стоит поковылять обратно в порт. Немножко отдохнешь и попробуешь еще разочек, но потом. Скорбный, да, слышал, он его провоцирует тупо, в наглую, в упор, но эту часть Архонта заглушила другая часть. Это как ангел логики и дьявол гнева. И ангел логики такой: оу-оу-оу, чувак, нет, нет, я с тобой дело иметь не буду, уступаю ему место. И он нашептывает ему: убей его, убей его, убей его, отомсти, убей его. И гнев накатывает на Архонта, просто огромная волна гнева. А волна, которая кричит: преподай ему смертельный урок. Усмири его. Публика в окне продолжает показывать на него пальцами. И немало посетителей при этом смеется. Архон все это видит. У него начинает дергаться глаз. Он смотрит на эту соединительную муфту в его руке. На этих гогочащих комаритов. Ах вы пидоры. Но не в мою смену. Не в мою смену. Берет другую руку и пальчиком себе оттягивает броню комарицкую и залезает себе в шею. У него же красивые, наточенные, с маникюром архонские накоточки. И он ими вскрывает себе плоть на шее, залезает туда пальцами, кровь начинает струиться по его спине, и он с гримасой боли нащупывает своим пальцем впрыскиватель боевых наркотиков, который был подсоединен к его кровеносной системе. И он
с неприятным скрежетом, который раздается у него прямо в голове, выдергивает это небольшое устройство. Члены его экипажа такие: вот это жесть, вот это мужик дает. Он не обращает внимания на кровь, которая течет по его плечу. Он вытаскивает инъектор и достает из него маленькую передаточную трубочку. И с помощью нее заканчивает ремонт. Соединяет это яйцевидное устройство, подходит к участку палубы, на котором была открыта крышка, и с размаху и с гневом туда впихивает муфту на положенное место. И он, разворачиваясь, кричит вот туда вот, в сигнальщик: «Мне говорили, что ты всегда играешь на публику, ублюдок! Вечно строишь из себя всякое! Хочешь устроить зрелище, хорошее зрелище! Я в твоем возрасте, пиздюк, вел себя точно так же! Но знаешь, что произошло? Сяв!» А сам командует такой: «Мужики, запускайте двигло!» И загудел корабль Танталус. Он довольно загудел. Он снова жил, полной жизнью. Он жестом приказывает установить секцию палубы обратно, подходит к рулевой платформе, ему раздается: «Нет, расскажи, умоляю тебя. Пришел день, Сиаф, ужасный день, когда я осознал, что мои поклонники лишь узурпаторы, ждущие своего часа. Они не просто любили меня, они хотели стать мной, потому что я был лучшим, я был лучше них. И я отверг их всех, так уж пришлось». У него кровище из раны хлистало, он ее прижал, и после этого запускает Танталус, и он тихонько разворачивается, и нос его оказывается прямиком напротив смотровых палуб. Зрители такие: «Круто, он работает еще!» И Сурасис добавляет: «Позволь, я поясню тебе на примере, что значит отвергать своего зрителя». Нажимает руну, и вот эти вот огромные импульсные дезинтеграторы прямиком в эти трибуны выпускают сгусток за сгустком. Раздаются крики, многие просто не успевают ничего делать, кто-то попытался отшатнуться, машинально закрывая лицо руками, но это мало к чему приводило. Самые ловкие и умелые успели схватить своего соседа и прикрыться им, как живым щитом. Скорбный выстрел еще раз. Разлетались в пух и прах просто элементы утвари, интерьера. Колонны разлетались просто на части. И любой, кто попадал под удар дезинтегратора, он лопался. Лопался мгновенно, он взрывался по сути. Вода в его клетках превращалась просто в перегретый пар. В конце зала образовалась просто давка, жесткая давка. Спасающиеся от обстрела дрались между собой за возможность выйти просто оттуда. Несколько храбрых душ просто занялись установкой каких-то баррикад. Творилось в вакханалии, наверное, как в Кингсмане. Первая часть — это церковь, эпизод с церковью. Все хотели покинуть это просто место бойни кровавой. Но Сурасис самозабвенно продолжал крушить галерею. Сзади раздался шум турбин, воющих буквально в унисон. Он оглянулся через плечо, посмотрел, а там группа риверов. Машины взметнулись над краем этой вот тороидной трассы и спикировали с нее прямо на него. Разбойника вел сам Сиаф. Он ждал этого момента, он таился вот там вот, да маленькими точками, но видя, что Танталус занялся чем-то другим, они сократили дистанцию, и вот уже сзади, с кормы, начинают влетать просто на палубу Танталуса. При этом они все были вооружены. Ну, вы, наверное, знаете как. Риверы — это сплошные лезвия со всех сторон, всякие шипы, цепи. И, прилетая, они режут на части. Архон знал, он ожидал, что такая вот кровавая рубка посетителей ночного острога заставит пилотов Завета вернуться обратно в бой, прийти к нему самим.
Он немедленно прекратил обстреливать ложу, потянул штурвал, но это уже было поздно. И вот тяжелые лезвия этих риверов, они начали пилить его команду. Руки полетели, ноги, головы, перерезанное горло. В общем, кровавое зрелище. Рваные лоскуты плоти везде. Это буквально за долю секунды произошло. Просто за долю. И, конечно же, они еще попутно обстреливали всех этими игольчатыми винтовками. В итоге 5 членов команды превратились в форшмак. Осталось 8 всего лишь. В кровавую кашицу. И они пролетели сквозь Танталус и по дуге обратно начали заходить. Сурасис вырвал из груди застрявший там кусок металла. Отшвырнул его. Посмотрел. 5 выжило, 3 ранены. Видимо, уже не жильцы. Все остальные были просто порублены в капусту. Канал связи с Сиамом был открыт до сих пор. Он хотел что-то сказать ему, но он онемел от ярости. Он просто онемел от нее. И вот этот вот демон «убей, покарай, отомсти» в погоню. И как... Да, как в голосе... господи... Лагутенко. Почему Лагутенко? Ну, мем, вы знаете с кем. Давайте, с кем был мем, который жмет на кнопку? Агутин. Как мем с Агутиным, он такой... по руне. И корабль просто рванулся вперед, вслед за риверами. И настолько он сделал крутой вираж, что тела, мертвые остатки порубленных матросов, в том числе и раненые, которые не могли ни за что ухватиться, они просто скатились по палубе и рухнули за поручни. И из динамиков раздался голос Сиава. «Признаю, у твоего кораблика хватает огневой мощи, но может он просто канонерка с очень большим самомнением, Архон?» Сурасис ничего не ответил. Вербально. Он ответил на вызов, резко наклонив Танталус и продолжал давать залпы, залп за залпом, улетающим от него ривером. Эфирный парус светится, они летят. Сиав улыбается, смотрит, о да, клево, клево, клево. Причем смотрит он на приборную панель, где на экранчике показан вид за его спиной. Там Танталус закладывает виражи с изяществом и грацией разозленного пустотного кита. И он летит. Двигатели великана этого ревут просто. Парус светится, он набирает энергию эфирной бури. Он на много неоновых оттенков распадается. Чемпион был немножко разочарован. Ну, Сиав ожидал от Архона какого-то коварного, может быть, плана, либо хотя бы самообладания. А ему с легкостью удалось сыграть на гордости грозного Архонта. И ведь именно этот пилот когда-то выиграл Сек Мегре, знаменитую гонку. Он схватился в дуэли с пресловутой силой Адой. Сила Ада — это была чемпионка арены до этого. И он сбросил ее с гравицикла. Вот тупо сбросил с ее риверджетбайка. Он был хорош. Своим примером Сурасис вдохновил целое поколение молодых риверов, юных элдер, на разбой. Заняться разбойничьим мастерством. Потому что он был знаменит. Грабитель, пират, филантроп, миллиардер. И вот он сейчас мог позволить себе поддаться на такую простую уловку. Он не стал об этом думать. Он решил сосредоточиться на следующем шаге. Он по трансиверу постучал, который был закреплен у него около горла, и сказал: «Тасу, Раяк, доложитесь. Мы еще живы. Вот и весь доклад, наверное. Скорбный, походу, о нас забыл. Следуем за ним, близко не подходим». Это те две маленькие группы, которые разделились и нанесли удар по двигательной системе корабля. «Он целиком открыт сзади и сбоку, Сиав», — сказал Раяк. «Я могу опять напасть на него и копьем разнести его в клочья». «Нет». «Да брось, ну!» «Я сказал нет». «Покончим с ним, а, Сиав», — сказала Тасу. «К чему вся эта гонка? Зачем это все?» «Я хочу расшевелить город, устроить величайшее представление. Вот чего хотят наши заказчики». «Наши заказчики? Ёба, какие заказчики? Этого хочешь ты?» Тишина наступила. «Сиав, сколько у него осталось бойцов?»
Рэк такой, ну 5-6, хрен разберешь с такого расстояния, я не уверен. Хорошо. Тогда, я думаю, они долго не протянут. Встречаемся у холодной выси. И держите ушки на макушке. У меня намечена встреча. Знаешь, встречаться с ними становится опасно. Подразнил его Раяк, но тот ничего не ответил. И Сяв такой, когда они уже чувствуются, что отлетают, он такой добавляет по трансмиттеру. И это, Тасу, кое-что еще. Если ты надумаешь перечить мне, ну как-то бросать мне вызов за лидерство в нашей банде, вот, то лучше молчи. В ином случае, если усомнишься во мне вслух, твоя голова переберется на капот моего джетбайка. Я понятно объясняю. Через секунду сдавленный такой голос Эльдарки. Поняла. Тогда приятного тебе полета, моя родная. И он окончил разговор. Канал связи с Архонтом он не закрывал при этом. Для того, чтобы иногда потрунивать. Просто потрунивать над ним. Он же хотел убедиться, что он неотступно следует на своем Танталусе за ним. Ты еще там, грозный Архон? Тебе от меня, щенок, не ускользнуть. Ой, да ладно тебе, я не собирался. Они снижались. Каждый раз снижались. И по большому, огромному, на самом деле, кольцу двигались. Вокруг этих жилых шпилей. Они буквально... таким штопором по винту вкручивались, просто по огромному радиусу вкручивались, приближаясь к нижнему комараху, который представлял из себя лачуги. Лачуги, старые здания, когда на еще не развалившихся постройках сооружают новые, и такие фавелы, своеобразные фавелы. При этом они часто пересекались с транспортными потоками. Это реально были потоки гражданских машин, которые летели, судоходные трассы, летели, набитые грузами, открытый верх у них был, некоторые пассажиров везли. Сирасус, он не как Сиаф, который облетал все это аккуратненько. Он с яростью крушил все, пролетал напролом, горящие обломки кораблей падали на эти самые лачуги, оставляя просто такой след разрушения за Танталусом. Он устроил карнейдж. Они эти обломки проламывали крыши, давили пешеходов, просто все показывали пальцем наверх. И, видимо, внимание всего комараху уже привлекала эта гонка. Вспыхивали пожары. Но Архону было насрать. Ему было плевать. Он же жаждал убить чемпиона. Убить, расколоть, распотрошить, а в идеале, бритвенно-острыми крыльями Танталуса распороть его. Ну не так просто это оказалось сделать, потому что Танталус уступал Риверу в скорости, как минимум. И он никак не мог сблизиться с ним, никак не мог. И нужно было потерпеть на самом деле. Нужно было потерпеть, подождать, пока Ривер сбавит курс. Ошибется, изменит угол, и он сможет поймать его на этом, хотя бы расстрелю, превратит его просто в прах. Но они уже спустились достаточно низко. Вот, очень низко, и он видел среднюю часть темного города, нижние предместья его. И сейчас возник такой странный эффект. Они спустились до колоннад. Такие большие колонны. Вот. Проносясь мимо этих вот колонн, мимо этих столбов, скорбно видел мир как серию снимков, когда так перед тобой эти вот на большой скорости мелькают. Знаете, как в поезде, столбы вот эти вот, мелькают перед тобой. И он на секунду потерял Сиафа из виду. И вдруг он увидел его по правому борту, потом по левому борту. Как это было все чуть ли не мгновенно. Все вокруг словно замедлилось. И он такой, какое-то наваждение, тупое наваждение. И вывернул с этих столбов, и оказался в завесе дыма и пыли. Он заморгал от света, такого яркого света, и понял, что он на секунду упустил добычу, а внизу потом заметил ее. Вот она, среди этих лачуг, базарных площадей,
где множество рабов корчились, там таскали всякие грузы, закованные в цепях, которыми понукали щелкающие кнутами всякие Dark Elder, темные Elder. И он кое-что понял. Колонны, вот эти вот мелькающие образы, он видел не Сиафа, он видел себя, это воспоминание. Эти колонны были частью трассы. Сек-Мегре, он прошептал про себя. Он привел меня на Сек-Мегре, ту самую трассу, где он, охеренный Архон, начал свой путь восхождения. Он был одним из 250 пилотов-риверов, которые неслись по этим улицам. Тошнотворный марафон без правил, который мало к чему обязывал. Не было правил. До финиша добралось только 9, включая его, Сурасиса. И он протиснулся на полном ускорении вот в эту стаю плотно набитых риверов, которые готовы были перегрызть глотки друг другу. И он перегрузил свою машину, перегрузил реактор, спрыгнул на скорости со своего ривер-джетбайка. Он свернулся клубком, поломал себе кости, прокатился по тротуару, но он выжил. И с изодранной кожей, с одеждой в клочья он выжил, а взрыв реактора движка похоронил всех его конкурентов. И он хромающий, спотыкающийся, добрел до финиша. Аудитория охерела от всего происходящего, взавопила просто, когда он пересек финишную черту. Это первый Элдер, который закончил гонку джетбайков пешком. И с тех пор никому не удавалось такое повторить. Приятные воспоминания прервал треск осколков, которые бились о корпус Тантала. Сиаф совершил из ниоткуда разворот и мчался прямо на него. Просто на него. И у него сзади болтались длинные шипастые цепи. Он ничего не успел сделать. Архон понажимал свои руны. Залп, но было поздно. Танталус не успел нацелиться и пронесся сквозь него опять Сиаф. И этими цепями он поймал одного из бойцов Архонта. Поймал, пролетел с ним пару сотен метров и боец полетел в эти лачуги. Само собой, разбиваясь насмерть. Вот. После этого он развернулся, и эти цепи у него обратно как бы втянулись в его джет-байк. Танталус поворачивается на месте, открывает огонь, опять полетели дезинтеграторы, здание в клочья разносит, но Сиаф невредим, он уклоняется. Он летает низко на уровне первых этажей, между домами, в проходах пролетает. И Архон понял, что эта боковая улочка слишком узка для Танталуса, он здесь не пройдет. Но не сдается, он над крышами летит, летит как стервятник, хочет напасть. Надеешься оторваться от меня в этих трущобах, ублюдок? Не, я же не полоумный. Чемпион вылетает на открытое место, заполненное разноцветными шатрами всяких торговцев, диковинными штучками, рабами и непонятными структурами. Ну вот, он проносится сквозь покупателей этого рыночка, уже не заботясь об их сохранности. И само собой Сиаф начинает рубить. Кровь из разрубленных культяпок льется просто фонтанами. И весь его джетбайк окрашает кровище, просто брызги крови. Ну вот, Сурасис, видя это, без раздумий свой старый финн применяет. Он бьет туда, и энергосферы... Огромные воронки делают в площади, испепеляя кучу народов. И после этого Сиаф резко набирает высоту, но чувствует, как сзади пучок такой, как солнце, озаряет его, и ему обжигает спину. Он только смотрит, ах ты ж, мать твою! И ему опалило всю спину. Реально там просто ожог. По всей спине у него мощнейший ожог, и повредил его джетбайк. Он начинает чадить. Черным дымом копоть пошла. Разбойник, он не успокоится на этом. Он проверяет движки, они еще в порядке, он ускоряется, летит дальше. Внизу Танталос сквозь дым разрухи этой устремляется за ним, устремляется в погоню. И Сиаф чувствует, что он идет, он следует, он почуял, что ранил меня, он теперь точно меня никогда не отпустит. Они проносятся вдоль реки Хаиды.
Ну, вы, наверное, слышали в рассказах про эту реку. Вот. Мелкие барончики с их гравий-платформами, они путешествуют по ней, что-то обсуждают своим кортом, и у них проносится ривер-джетбайк, и над ним там Таус мощный, и волна воздушная просто раскидывает все эти маленькие граф-суденышки. И такая, ну, вы как красиво представляете себе это, такая марева идет по этим мерзким серо-зеленым водам. Они пролетают над другими трущобами, и когда они доходят до Багрового причала, петляя уже между грузовых скифов, линкоров с этими большими опаленными корпусами и парусами, которые стоят на приколе, они начинают проникать выше, стремясь в центр этого жилого квартала, вокруг которого кольцо этих арен было. Они подниматься начинают в верхнюю камору, мимо лиц гигантских, колоссальных статуй, которые стерегут вход в улицы этого города. Они прорываются сквозь них, мимо яхт прогулочных городской элиты. Ну, это как «Звездные войны». Помните, погоня была в «Звездных войнах», где на Татуине, по-моему, они там, да, устраивали эти погони. А Крускан, по-моему, на Крускане. Вот примерно то же самое. Между шпилей крепостей они промчались мимо них. Потом они улетят все выше, 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 и уже шпили черные, больше похожие на какие-то гнезда, и с них, к этими злобными глазенками, на них всматриваются бичи, ну, скуржи, бичеватели. Скуржи смотрят, они пролетают, они все выше, выше, выше. Сиаф уже начинает сбрасывать баллоны, контейнеры для красного дыма. Вот, Сурасис видел в этом попытке сбить его, типа, с толку или отвлечь внимание, причем неумелые. Верхняя камора остается теперь тоже вдалеке, и они начинают уже вверх, в небо устремляться, к беспокойным облакам, которые содержат внутри себя вот тот самый эфирный шторм. И в эти облака, точнее, эти облака, они сгрудились над последними, самыми крупными, высочайшими башнями города Комараха. С каждой секундой ветер набирает свою силу и делается морозней. Свет пяти солнц Комараха начинает тускнеть. Чемпион и Архонт, они не переговаривались долгое время, они просто сосредоточились на гонке. И тут Сиаф говорит: Архонт, да? Ты оказался прав. Я не сумел оторваться от тебя, хотя использовал почти все мои трюки. Мой репертуар уже пуст. Кое-какие навыки у тебя есть, парень. Это я готов признать. Но, думаю, пора кончать представление. Согласен. Тогда лети ближе к моим пушкам. О, нет уж. Я вот-вот поднимусь в эфирный слой. Мой джетбайк, он невелик и проворен. Но сомневаюсь, что выживешь ты там. Что ты там выживешь. Сурасис промолчал, потому что сам не знал, что сказать. В ответе он был не уверен. Гравилет, ну, Тенталус, почти достиг высоты, на которой давление атмосферы, оно было, во-первых, мало. Циклонические вихри и, что самое главное, различные алхимические элементы, они вместе воздействовали на саму атмосферу Комараха. В итоге возникало густое месиво, где в равных частях, в этих вот облаках, смешивалась копоть, водяной пар, кровь и всякие экзотические заряженные частицы, которые генерировали атмосферу Комараха и защищали его от враждебности пустоты вокруг этого города. И хотя это поле было относительно спокойным, пилоты в основном предпочитали огибать его, а не лететь напрямик. Архон не представлял, как Танталус поведет себя в яростной болтанке и при минусовых температурах. Тебе не повернуть. А? Тебе бы... Фу, почему не повернуть? Тебе бы повернуть, Архон. Давай, а? Сказал Сиаф. Он промолчал, покачал головой. Да нет, это херня какая-то, нет. Нет, это так не закончится. Ривер, он в этих облаках исчез уже. Что прикажете, Архонт? Из его выживших подчиненных. Они все волновались, на их лицах было видно беспокойство. Беспокойство. Мы завершим бой. Он крепче стиснул штурвал Танталуса.
И чутье не подвело Скорбного перед вылетом. Буря и правду зарождалась, и это была реально буря, а не просто облака. Он влетел прямо в нее, и началась болтанка. Начало трясти, ураганный ветер обрушился мгновенно просто. Огромные столпы пепла просто вздымались тут и там. И он такой летит и думает: «Это же безумный Макс! Безумный Макс! Пшшшш! Вальгалла! Вальгалла!» Ледяной ветер принес ледяную бурю, просто бурю, и палуба гравилета заливалась полужидкой копотью, которая из ниоткуда налетела. Парус накопил в буре усиленный заряд и теперь просто дрожал адским пламенем. Добыча Архона, она исчезла из поля зрения. И образовывались облака высотой в несколько этажей перед Танталусом. Гигантские, огромные облака, совершенно черные внутри и неоново-синие вверху с всполохами, били молнии со всех сторон. Громадина этого облака зависла на миг без движения. И все Элдер, которые смотрели на это, у них затаило дыхание просто. Дыхание. Экипаж закричал. Когда вот эта вот буря, она поглотила их корабль, они влетели в черноту, и Архон едва ли уже слышал их крики. Он пытался развернуть корабль, не потерять управление и в этом урагане выжить, иного выхода не оставалось, нужно было пройти сквозь его сердце. Он орал что-то на воинов, велел им прийти в чувство, исполнять свой долг, но сила удара была неимоверная. И никогда прежде Архон такого не чувствовал. Все направления, ориентация в пространстве, все исчезло. Все чувства просто отрубились, и он как будто утонул. Он просто в что-то бульк ликвидное проник. Танталус, его пилот, все утонуло. Не осталось ни света для глаз, ни воздуха для легких. Целая вселенная просто сужалась до маленькой удушливой тьмы и жидкости, которая набивалась прямо в горло. И только вспышки молний тут и там. Перед глазами начинали всполохи появляться фиолето-сиреневого цвета. Он хотел дышать, но не мог и ничего не видел. А уши заложило, и послышался голос. Скорее зов, как будто сирена какая-то пела ему песенку. «Сдайся, сдайся, Сурасис, приди ко мне, милый, отринь свою плоть. Прими мои объятия, милый, просто сдохни и приди в объятия». И Архон знал точно, чей это голос. Призывает его из черных, непроглядно черных глубин. Его матросы тоже, наверное, знали, ибо пилоты на протяжении тысячелетий слышали ее, оказавшись на пороге истинной смерти. Это была она, пожирательница душ, та, что жаждет. «Тебя одолели, тебя поимели. Стойся! Стойся!» «Нет!» — прохрипел Архон. Его кожа горела в алхимическом месиве. Легкие распирало от жуткой боли, пальцы вжались в эти поручни командного пульта и не разжимались. Хотя он уже не чувствовал под собой никакой опоры в этой темноте, и тут Танталус прошел сквозь бурю. Он просто выпорхнул из нее, из этой гибельной волны черных капель. И у него на борту осталась жижа, черные вот эти вот черные подтеки. И вокруг него эти вот облака фиолетовые, которые еще молниями били по кораблю. И пока он выравнивался, Архон сблевал эту черную воду, вытер свои глаза, начал дышать жадно. Он осмотрелся, экипаж исчез. Его смыло в забвение. Все оставшиеся бойцы его покинули. Парус сорвало к херам собачьим. Корпус покрылся дырами, вмятинами, он даже оплавился в паре мест, но движки еще работали. И Танталус идеально слушался руля. Архон еще не проиграл. Он взревел бессловесно, вызывающе, и штормовая погода взревела в ответ.
Сурахис не помнил, сколько он боролся со стихией, потому что время для него в этот момент потеряло всякий смысл. Теперь он взял себя в руки. Он видел маленький красный дым, хвост, который тянулся куда-то вверх, еще выше. Вот зачем Сиафта делал. Он оставлял ему путь за ним. Он развернул корабль и двинулся по следу. Все выше, выше, выше. Тьма рассеялась почти полностью. Ледяной дождь превратился уже просто в морось какую-то. Все покрыло инеем. Сплошной инеем. И тут он слышал какие-то хлопки. Хлопки и веселые крики. И они становились все громче и громче. Мастер поднял голову и стал осматриваться. В нескольких километрах внизу бурлил и вспучивался вот этот вот эфирный слой этого моря эфирного. Над Танталом тонкая атмосфера переходила в черную пустоту. Это уже был пик Комараха. Повсюду вокруг острые шпили башен пронизывали клочковатую дымку этих серых облаков. И Архонт понял, что оказался на холодной выси. Самая верхняя точка темного города. Обычно это очень запустелое место, уединенное, но не сегодня. Когда он покинул окончательно грозовые облака, он увидел, что оказался посреди широкого круга всяких джетбайков, кораблей, и в каждом из них сидели элдер, которые с восторгом били в ладоши, аплодировали, говорили: «Мужик хорош, ты молодец, молодец». Что-то кричали. Поверх кожаных одежд и брони все зрители надели теплые меха, шкуры редких животных, потому что было чертовски холодно. За спиной у Сурахиса раздался голос. Такое-то зрелище хорошее, правда? Он обернулся, увидел Сиава. Он сидел на его гравицикле, на джетбайке, за его спиной буквально-таки неподалеку, парил. Он держал заостренное копье, и случайная снежинка, которая попадала на копье, она таяла с шипением. Столько разных культов, кабалов. В любой иной день они бы сцепились друг с другом и грызли бы глотки, но сейчас нет. А знаешь почему, Архон? Они мои жертвы. В свое время я их всех грабил, унижал, атаковал. Их объединяет ко мне ненависть, выскочка, да? Ненависть. Ты за этим их сюда пригласил? Точно. Точно. Кто-то терпеть тебя не может. Кто-то просто ненавидит тебя, потому что ты хорош. Ты обворовывал их всех. Ты хвастался нажитым добром. Чемпион указал на кораблик, который окрашен был в серые тона, пепельно-серые тона, с зеркальными там украшениями. И Архон, всмотревшись, увидел, что на этом кораблике в серых тонах стоят его дети, Ротей и Нитоли. А эти двое, уважаемый, эти двое ненавидят тебя потому, что ты уделял им меньше внимания, чем свои тачки. И он продолжает. Некоторые из нас ненавидят тебя, потому что больше не могут восхищаться тобой, скорбный. Не могут. И Архон все понял. Он просто все понял. Дочь и сын первые рассказали ему о Сиаве, о том, что он кичится и претендует на его титул. Именно они рассказали ему по всех подробностях. И если бы Архон не прогнал детей с корабля, то они бы сейчас, наверное, ему вонзили нож в спину. Ротей, Нитоле, так это все ваших рук дело. Ваших рук. Он посмотрел, Сиав, на Архона, такой: ну, они использовали тебя, чтобы заманить сюда. И Архон такой: нет, это они тебя использовали, чтобы заманить меня сюда. Понимаешь? Чемпион выпрямился. Нет. Никто меня не использовал. Я сам попросил их о помощи. И твои дети, они составили план действий, основываясь на этом. Они хотели, чтобы все прошло при свидетелях, помпезно. Сурахис позволил себе кивнуть. Да, пожертвовать папашкой ради новых связей и множества друзей. Ха, жадные вероломные твари. Я горжусь вами, молодцы. Немного помолчав, Сиав произнес: знаешь, я в юности смотрел твои гонки, было шикарно.
твои приемы изучал всякие. Даже, ну ты видишь, джетбайк как у тебя, понимаешь? Я подражал тебе. Это классная тачка. Да, я знаю, что она классная. У тебя не хуже, твой Танталус. Но мы оба не можем быть лучшими. И он спрыгивает на борт Танталуса своего ривера. Архон говорит, да, ты прав, не можем. И начинается файтинг. Данон, 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 скандирует толпа. Данон, 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 Данон. Танталус закручивается вокруг своей оси. Архон кричит, хотят увидеть смерть. Смерть, Асяф, тогда пусть самый слабый из нас сдохнет. И начинают сражаться. Сяв пытается его проткнуть копьем, а Архон двумя пистолетами выхватывает и пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Но Сяв-то юный, молодой, озорной, и пытается ему черкануть по ноге. Архон отшатывается, пускает пару игл, но Сяв, уклоняясь, выбивает один из пистолетов и всаживает древко копья, а у него древко тоже маленькое, острая иголочка, прямо в коленку Архону. Архон, как из Вентуры, бля, нога! Еще один выпад чемпиона, но старый Архон, он имеет еще пару козырей в рукаве, ему хватает сил увернуться, и прокрутив оружие над головой, он берет и последним пистолетом просто наотмашь бьет его по лицу. Он слышит треск ломающейся кости, видимо, задело хорошо. Очень успешно. И Серафис, он почувствовал, что может вот он шанс, но шансов мало против молодого и задорного. Тот вытягивает ногу и грациозным па бьет прям в поддых Архону. Тот согнулся, вот, подумал, что ну ладно, план Б, и всем телом наваливается на Сяла, выбивая у него копье, которое катится и падает в бездну Комараха. И они начинают катиться по палубе, ну и не очень красиво вести себя, стараясь сдавить трахею друг друга, выцарапать глаза. Зрелище было гнусное, низменное, жестокое и изуверское. Кровоточащий Архон, поломанный боец арены, они бьют друг друга, но Сиаф начинает брать вверх. Просто берет вверх. Он разбивает лицо Архону, из носа брызнул фонтан крови. Архон машинально схватился за свое лицо. Чемпион быстро откатился в сторону, подхватил с палубы тяжелый пистолет Архона и, задыхаясь, поднимаясь на ноги, такой смотрит. Это все, Архон. Это конец. Конец. У меня оружие, а у тебя ничего. Скорбный поднимается, кряхтя, ожидая, что сейчас выстрел раздастся и все закончит. Но вместо этого Сяв быстро оглядывается и как бы показывает Архону, смотри, нити, вокруг сеть нитей. На этих вот шариках левитирующих расположены сегменты какой-то нить. Ну как бы это получается уже как паутина, которая окружает Танталус. И Сяв быстро подбегает к рулевой платформе. Ну вот, подбегает, смотрит на нее и подзывает, видимо, свой джетбайк. Эти нити начинают окружать корабль. Просто окружают. Окружают, окружают. Все ближе, сдавливая как бы его вокруг него, совсем уже плотно. Сяв смотрит на это и делает прыжок вверх. Ну, за борт спрыгивает, там, само собой, вить, у него джетбайк оказался, да, и он как бы оседлал его и поднимается вверх. Покачиваясь, Архон спрашивает, что это за хуйня? Сяв... Это фрактальная паутина. Ты такой слышал, нет? Ничего не слышал. Неудивительно. Редкая штучка рассекает молекулы любого неорганического вещества, с которым вступает в контакт. И может изменяться по размеру. Ну, по моему желанию при этом. Чемпион взмахнул пультом, который установлен был на джетбайке, и светящиеся нити мгновенно сжались. Теперь они почти касались полностью фюзеляжа Танталуса. Еще два гравицикла подлетают к Сяву и около него останавливаются. О, Раяк, Тасу, позвольте представить вам грозного Архонта Сурафиса Скорбного. Большая честь для нас, огрызнулись они. Старый Архон усмехнулся. Кровь с него капала, сочилась, пачкала сапоги ему дорогие. Он рассмеялся, а чемпион поднял перед собой пульт.
Тасу сказала: «Ну, чего ты ждешь? Сяв, давай!» «Не переживай, не переживай. Ты лучше вдумайся, мы убиваем героя своего...» «Детства!» — сказал Архон. «Ты убиваешь героя своего детства!» У него мрачная улыбка была на лице окровавленном. «Как-никак, я ведь сделал то же самое!» Ривер вздохнул. «Прощай!» Нашел кнопку, и паутина схлопнулась. Она прошла сквозь Танталус. И все, чего она касалась, все исчезало в лиловой дымке и улетучивалось. Даже когда она прошла сквозь Архона, она поглотила всю его одежду, элементы брони, и полностью голый, обнаженный Сурасис, скорбный, он оказался в воздухе, но без единого звука, с покерфейсом, мрачным хлебалом, которым он смотрел на своих отпрысков и на Сиава, он устремился вниз, полетел в эту бездну комараха и исчез. Повсюду зашумела толпа. Взглянул на Ротея и Нетоли. Он посмотрел на них Сиав. Посмотрел, что они не упиваются победой, вот, а что они просто довольны. Довольны, как все завершилось. Он обернулся к Тасу. Сиав сказал: «Я не верю...» Господи, наоборот, точнее. Ему Тасу сказала: «Я не верила, что ты и правда это сделаешь. Вот так просто уничтожишь корабль Скорбного. Он же... Крошка, нет. Я и не смог его уничтожить. Для меня это так же немыслимо, как разбить бесценную статую. Но фрактальная паутина... Нет, она телепортирует неорганическое вещество, а не разрушает его. Танталус пока что спрятан в надежном месте, в хорошем месте. Подумаем о нем потом». И чемпион погрузился в мысли о будущих доходах. Теперь изучит корабль, разберет его и скопирует. Несомненно, после сегодняшних событий многие комариты захотят бабла. Они захотят денег, потому что все будут говорить о том разрушении и ужасе, которое устроил один единственный корабль. Теперь вся Камора знает о Танталусе и о его способностях. А может, он пока придержит его у себя? Возобновит опять кампанию грабежей многочисленных. Теперь он будет королем ночного острога. Он еще не решил. Тасу склонила голову и сказала: «Ты и правда величайший чемпион Каморры. Повелевай, я повинуюсь». Раяк глубокомысленно потер шрамы, разбитое лицо. «Ну вот, надо бы круг почета сделать, что ли, Сиав. Покажи народу, кто сегодня по-настоящему выиграл». И он, убрав пульт управления в пояс, Сиав начинает на своем джетбайке проноситься по толпе ликующей. Он дважды сделал круг вокруг Нитоли и Ротема и понял, что близнецы холодно смотрят на него, друг на друга. Они больше не улыбались. И чемпион арены решил, что их отец никак не ошибся. Они были жадными, вероломными ублюдками и теперь будут грызть друг друга, и кабалу темного зеркала придет конец. Он просто развалится. Он помахал им, улыбнулся все равно. «Привет, ребята!» Облетел кольцо зрителей, и тут... Преклонение, конечно, опьяняло его. Вот непокой, который был в груди, он исчез, но вот тут... Тут что-то случилось. Что-то случилось. Он увидел молодого, красивого парня на крупной яхте. Юноша не больше 20 лет, как вымутый из родильной капсулы. Он носил куртку, как у него. В таких же цветах его завета. У него были длинные черные волосы, рассыпанные по плечам. На Сиава парень смотрел с восхищением, с улыбкой, с ропотом. И вот сначала его позабавила на долю секунды эта картина, но потом у него... У Сиава лицо просто окаменело, потому что юноша быстро скрутил волосы в точно такой же тугой пучок и скрепил их зубчатой серебряной длинной заколкой. Хорошее настроение испарилось. Он врубил гравицикл и понесся прочь, а в голове слова Архонта.
эхом отдавались. «Пришел день, ужасный день, когда я осознал, что мои поклонники лишь узурпаторы, ждущие своего часа. Они не так любили меня, сколько хотели стать мной». И спрашивал себя теперь Ривер, а сколько молодых темных Dark Elder в городе сейчас смотрели за ним, за самым запоминающимся представлением, и сколько из них в последующие годы захотят изменить свою жизнь, чтобы соответствовать его примеру, и как скоро один из них отберет его титул, бросив чемпиона в когти истинной смерти. И конец. 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 И время для чего, ребята? Для волшебной и венерарной... Нет, ну нет, 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 не так же надо. Вот так. Чил-чил-сан. Witchpunk version. Погнали. Как вам рассказ? Если понравилось все, если реально цепануло, то внизу в Ютубе, в описании, есть ссылка, которая гласит... Поддержи стрим донатом и можешь посеребрить мне ручку. Я буду чертовски благодарен за это, чтобы продолжать свои стримы по воскресеньям, по средам. А вот, кстати, по поводу сред. Возможно, мы изменим концепцию и у нас будет понедельничный с Тайлером. Тайлер тоже может рассказывать короткие истории по понедельникам, потому что в среду у нас стримы по покрасу, насколько вы помните. И там тяжело как-то размежеваться. Так вот, нравится? Нравится? Послушаем донатики. Так, поехали. Спасибо вам большое за донатики. Парням вот сделал вечер буквально. Если нравится, ребята, внизу ссылка еще разочек. Доброго вечера и приятного стрима без варп-помех. Спасибо большое. Анна Ака Алайс. Спасибо тебе огромное. По-моему, помех не было и даже рендеру не мешает, что мне приятно. Пойду найду себе друг Харри Pink Mercy. Даниил Геращенко, спасибо. И тут, блять, Уриэль Вентрис на демоническом паровозе прямо в мясо нахер, жопа, кишки, говно по всему варп. Было бы интересно, кстати. Я бы поддержал такой финал. А во сколько рассказики? А не знаю во сколько. Во сколько хотите. Ну, видимо, вы опять 8 или 9 часов. Короткий рассказ на 2 часа. А мы не лопнем? Пока донаты идут... Не лопните, потому что есть стимул продолжать давать больше контента. При этом мне это развяжет руки, и без второго стрима я смогу монтажить больше, потому что я сейчас монтирую. Джинзарс Лилит? Слушайте, я не помню. Вот не могу сказать. Могу сказать да, но я могу ошибиться, это неправильно будет. По-моему, где-то билось. Мне так кажется. Хотя я не прав, наверное. Настоящий бы Архон все дерьмо из малолеток бы выбил, а потом дерьмо из дерьма. Согласен. Тут Архон довольно стрёмный, потому что он, ну, был разведен. Ну, это как-то вышло, как-то... Мех. По-другому надо было немножко придумать. Ну, БК-стрим урознь, согласен. Вот так Танталус из уникальной машины, которую придумал этот Архонт, он стал общедоступной темой. Это Origin. Буквально мы послушали Танталус Origin. Потому что кибермедоед, их пишут рассказы люди, совсем вытекающие. Да-д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 а. О, спасибо большое. 49. Эх, сейчас подождите, пожалуйста, я Танталус запихну в самый конец. Вот так успускаем будет. Полурасплывчато надо было сразу это сделать. Прочитаем ваш донат. Клин. Если Элдер
так друг дружку режут, как они еще не повывелись там, клоны, а у клонов есть души, которые жрет Сланыш, если так, то богу выгодно не съедать всех, а пожинать их помаленьку. Они появляются из камер клонирования, во-первых, они очень боятся истинной смерти, они в большинстве случаев защищены просто тем фактом, что они восстанавливаются, части их души разбросаны тут и там. Как в этих крест-стражах. Они заботятся о своем существовании, потому что у них нет камней души. Режут друг друга, да, режут. И плодятся тоже очень хорошо. Они вполне себе могут плодиться. Так как души... как и души, у них все равно появляются из большого круговорота, так что они все равно, ну... Они в минус не уходят из-за этого. Они не повыбились и не повыведутся никак. Их много. Их очень много. Так. Головорез и технократ. За 200 сегодня было? Я не понял, что значит за 200? Я не понял. Вообще обидно было. На все вопросики. Так, все, сделал. За 200 человек? А, ну, это нормально, кстати. Примарх дофига, согласен, очень много. Таун месили, это хантерс, охотники. Хантерс. Прикольный рассказ, кстати. Ну, мне он понравился больше всех из его серии, конечно, этого автора. О, спасибо большое парням, нужно больше, спасибо, значит будет больше, есть интерес и есть поддержка, будет больше материала. Вообще, смотрите, внизу 1600 рублей осталось, чтобы вышел былинный сказ новый по 40к для ютубчика, большой, красивый и классный. Let's do this, guys. Лайки-дизлайки нет, не знаю, с чем это связано, кстати. Почему их нет? Не понимаю. Так, их не видно. Ох, опять примархи пошли, что-то мне как-то плохо, в животе заурчало, не знаю почему. Блин, может это как-то я случайно нажал где-нибудь? Давайте посмотрим расширенные настройки. Почему лайки и дизлайки-то отключились? Это ж клевая тема. Лайки, вернитесь. Я не вижу, где это. Простите. Видимо, я как-то очень круто нажал, так что теперь не вижу, где находится эта штука. Ну, что поделать. А, YouTube отключил. С токсичностью борются. Самым тупым способом, ну пускай. В принципе, нормас. Пусть борются. Ну о чем будем говорить, как обычно, полчасика на разговоры. Давайте, ребятки, подумаем, какую тему нам поднять. А я буду все незамедлительно.
О, Зупик, спасибо тебе за донат. Мне спасибо за историю, тебе за донат. Донаты — это шикарно. Это приятнейше. Это прям волной меня орошает. Я как будто чужую душу испеваю и свое дряхлое тело омолаживаю. Ах, как настоящий Dark Elder. Господи, донаты. Ну вот, мы тут уже потихонечку, кстати, выравниваемся. Выравниваемся в контенте. Он пошел процесс, пошло производство. Сегодня треп. Еще обзор один будет. Генокульта, в общем-то, третьей части. Интересно, мы запостили. И, само собой, мы разыграем сегодня. Вы понимаете, что разыграем. Я забыл, как называют Underworld коробку. Когда будет бэкастрим, в котором... Я не прочитал. Сейчас прочитаю. Спасибо за донат. Когда будет бэкастрим, в котором будет главный герой орк? Слушайте, ну бэкастрим не будет, потому что я сделать могу блинный сказ для сайта, потому что я прочитал рассказ, я прослушал аудиодраму про орочий вах, орка-босса на байке с его офигенным греченым от лица орков. Как они ехали чинить стомпу. Ну вот, я его прослушал, но как-то руки не дошли, потому что я придумал охеренную заставку для этого дела и манеру подачи в этой аудиодраме. Потому я не сделал его еще. Хотя надо бы. Там очень прикольно, очень смешно и круто. Но надо заморочиться, конечно, с материалом. Рассказать просто можно, но это ж неинтересно. Запущу. Сейчас напишу постик. О, написал постик. Так, вернемся к вам, ребятушки. Ух ты, даешь орков. Может быть. Про миньку Танталоса? Она офигенная минька. Я бы ее заимел, наверное. Но не раньше, чем просто починю всех своих, починю Dark Elder, которые валяются в коробке большой, одной. Вот те красивые, полуразобранные. Даже как-то обидно, что они такую судьбу имеют у меня. Надо чинить их всех. Зупик, жаждущий титана. Тот, который ждет донатов. Тот, что жаждет донатов. Спасибо. Спасибо, Зупик, большое. Это тяжело с титаном, потому что должен Сережа его собирать. Сережа пока не собирает. Меня самому мучает. Скоро будет год. Мы отпразднуем год, как у нас титан лежит в коробках. Это тупо. Это тупо. У меня от этого бомбит. Бомбит. Например, в наш клуб ходили бы люди гораздо охотней, если бы у них была возможность поиграть охеренным титаном. Ну нет, вот сегодня Апок играли, ребята. 2 дня играли Апокалипсис. С субботы 11 часов до сегодняшнего дня 9, ну 21.00. Это же 21.30, наверное. Ну вот, и не было Титана Варлорда. А мог бы быть, Прям больно из-за этого. Танталус, кстати, по Танталусу. Если по правилам интересно, правила неплохие. Цена 400 многовато, конечно, потому что его... Вот так вот уничтожают. У него 20... Нет. У него 18 вундов, по-моему. Спасибо большое за донат. Спасибо, Синнер. Еее. Ну вот видите, мы закрыли уже как минимум сбор на блинный сказ. Так что можно уже делать блинный сказ. Все, ждите. Будет на неделе. Потому что у нас весенний сезон. Заставка будет завтра весеннего сезона. И пойдет жара, жара, жара. Ждите. Так вот, по Танталусу там 18, по-моему, вундов, или 20, 18. И не сказать, что... Шалпа. Сейчас прочитаю. Шалпа, большое спасибо. Один рассказывает короткие рассказы долго, второй долгий, но коротко. Да. Горка и морка. Несмотря на то, что полоска заполнилась внизу, никто не мешает еще сладкие грозы призывать. Может ли гвардия использовать мопеды как... Я не успел.
Как те, что дали генокульту. Нет. Нет, ну если в бэке может. Мото-войска никто не отменял. Но модельку пока нету. Так вот, Танталус, его правило. Сбивают быстро, очень быстро. Пушка, которую он обладает, она не стоит 400 поинтов. Ну, она не стоит. Просто никак не стоит. Да, она там может стрелять 12 раз не до риперкой. Рипером. Но на эти поинты Dark Elder могли бы в теории Dark Reaper'ов набрать. Хотя бы союзных, которые бы делали это, ну, эту работу гораздо лучше. Она стрёмная машина, к сожалению. Я не знаю, что с ней делать. Не знаю просто. Цена бы ей 250. Край, да, 250. Было бы хорошо. Апгрейд пак на риперов для лодок. Что император сказал Рабауту Желиману? Ничего. Он молчал, потому что он мертв. Он просто промолчал. И он такой: «Фада! Фада!» А император только смотрит на него из иного пространства и горючими, светящимися слезами плачет, потому что Желиман, тебя оживила чуждая ксеномагия. Не сын ты мне, пидор синежопый. Вот так. И после этих слов Желиман ушел в слезах. Я уверен, так все и было, серьезно. Так что я еще упустил. Про вечных нет, не хочу слушать даже. Я тебе конверсию Вульфгарда скинул из-за Дарковского обезьяна. Прикольно, если сделать. Прикольно. Я посмотрю. Жесть. Варгульфа. Я думал, Вульфгарда. Варгульфа. Ну, Варгульфа можно. Это будет, кстати, аутентично. Очень. Он очень подходит. А давайте про древний бэк. Можем легко. Я довольно часто касаюсь древнего бэка. Мы можем копнуть еще глубже и сделать реально древний бэк. Типа серия роликов Warhammer в первые 5 лет существования. Наверняка материал мы найдем, откопаем и сможем без проблем предоставить вам, типа, новичок, знакомьтесь с миром Вархаммера. И рассказать, как будто вот сейчас и Вархаммер только вышел, а на дворе 92-й год. И 5 лет Вархаммера. Это интересная, кстати, идея. Мне очень нравится. Некроны смешные были первые, согласен. В древнем бэке были Blood Axes. Орки, косящие по ДГ. Это же Вин. Они и сейчас могут быть наемниками, кстати, да. Они любят всякое лутать. Кровавые топоры, это не древний бэк. Стрим скорабчен. Да, смотрел, Hell's Reach видел. Полу Эльдары, полу Ультрамарина, там дофигища всего было полу. Они все бегали там, как повстанцы из Звездных войн, абсолютно все. А орки были как такие зеленые толстяки, скорее. Правда ли, что эльдарские боги были последними древними? Нет. Какую грунтовку посоветуешь? В старом бэке импи взошел на трон из-за старости. Много чего интересного, я думаю, нас ждет. Очень много чего интересного. НКД были обычными веселыми наемниками. Да. У них, кстати, офигенная была концепция у Space Marine, типа такие судьи 2.0. Это как сейчас инфорсеры. Такие вот, это, ну, идея громовых воинов, наверное, скорее. Андроиды хаоса. Полуэлдер, Blood Axe. Эх. Арты были хороши, кстати говоря. Не смешные, а хорошие. Мне нравились. Космополиция вроде КД был, да. Нет, это круто. Стоит рассказать об этом. Надо только понять, где какая отметка, чтобы не смешивать уже переосмысленный бэк и истинный начальный.
Облитераторы новые. Полом, имба, нагиб. Ну, вундов больше. Выстрелов больше. Стойкость больше. Потенциал в ближнем бою. Они, черт возьми, хороши. Они тупо хороши. Хороши. Коробку надо брать. Всем рекомендуют. Ой, может, лучше поговорим о новых Space Marine'ах? Потому что это, мне кажется, как бы признание, что Warhammer... С этого момента Warhammer — это sci-fi. Потому что вот эти вот всякие разведчики — это настолько Call of Duty будущего. О, парням, спасибо тебе большое на ранний Warhammer. Мне нравится эта идея. Мы пробуем это реализовать. Скупая слеза скатилась. И у меня. Потому что я с этого Warhammer начинал. Давайте минутку ностальжи. Скоро разыграем мы эту коробку Shadespire. Warhammer. Old School. Yeah. Арты. Ребята, готовьте трогать себя. Готовьтесь, пошла жара. Ну, это на самом деле сейчас и будут скидывать арты не такие древние, кстати говоря, не прям не рок-трейдер времен. Ох, какое тут месилово было, а? А? Побольше, чтобы было. Вот это я понимаю. Это времена армор-каста. Когда смешные титаны еще были, сейчас мы их тоже покажем. Но вот в этом что-то есть. Это настолько... Спасибо, Эдвин. У меня больше нет вопросов. У матросов нет вопросов. Это вот тот самый Warhammer, который удивлял. Ну, лично меня он чертовски удивил. Это наподобие икон и средневековых всяких гравюр, только в цвете. Это круто. То есть, как в средневековье, что-то дремучее, непонятное, магическое, темное, с загадкой. Вот это вот стиль Вархаммера, который пипец подкупал. Я вот смотрел на этих огромных орков, всяких там неказистых, вот этих вот странные пропорции Элдер, и это напоминало мне все средневековые работы. Всякие демоны, непонятные твари. И ты не думал о том, что какому там в реальности, где у кого какой винтик за что отвечает. Оно просто ходило, и было круто, и было заебись. Сейчас это немного другое. Сейчас мы еще покидаем вам. Ребзи, о, эту я вообще, эту я вот, как я у меня наяривал. Тогда я понял, что, блять, почему я люблю Dark Angels? Почему? А вот почему я люблю Dark Angels. У меня была колода Warhammer CG Dark Angels, вторая. Сначала была от Elder, само собой, потом появились темные ангелы. А, как у меня горит шишка. Вот эти вот рыжие тона. Ну, сейчас модно в искусстве, в тренде все голубые с желтыми тонами мешать. Вот эти вот такие закатные мотивы на заднем плане. Какой же он охуенный. Бля, это очень круто на самом деле. Очень круто. Вот такой вот он, древний Вохаммер. О, тоже классный арт. Сейчас запилю его. Вархаммер тогда напоминал местами киберпанк своеобразный. Кстати, Камора тоже отдает киберпанкам по-хорошему. Только таким киберпанкам далекого-далекого будущего. С примесью эзотерики. Такой злой, очень злой Shadowrun 1000 лет спустя. Shadowrun на злой прокачке. Тоже офигенный арт. Ладно, хватит плакать. Давайте о вопросах. Чей кодекс лучше, ДЭ, Орки или Генокульт? Они на одном уровне, но ДЭ и Генокульт — это как бы самый топ, потому что это огромный конструктор. Если ДЭ более ограниченный конструктор в плане невозможности вывести на поле одновременно все свои задумки, то Генокульт — это универсальная концепция, это тот же самый, та же самая песочница, которая в рамках одной расписки, одной армии выводит любые комбинации, выстраивает. У Dark Elder с этим гораздо тяжелее, потому что там ковен, там юниты ковена,
юниты Кабала, юниты культа, и они все очень плохо с друг другом дружат, чертовски плохо. Вот, но это топовые кодексы, а орки просто клевые, орками интересно играть. Но как конструктор, конечно, слабее, но кодекс хороший. Мне больше всех нравится Dark Elder, потому что я люблю Dark Elder. Генокульт я вообще не котирую, потому что меня не цепляет его бэкграунд. Вообще никак. Вот вообще не цепляет. Не знаю. Они клевые и классные, я их понимаю, но меня не цепляет. Орки мне нравятся. Орки вышли, по-моему, очень хорошо. Готика плюс киберпанк, да, я тоже согласен. Флэшбэки, да, я ловлю реально флэшбэки. Ну просто если сейчас покажу вам новые арты, вы поймете, что, блин, что-то умерло в Вархаммере. Реально что-то умерло. Например, новые Space Marine, они клевые, нет, классные. Просто это немного не тот Вархаммер, в который я играл, но я это съедаю. Ну, мне не нравятся новые Space Marine. Хотя это Call of Duty. Живые святые плачут, у них из глаз жидкое золото течет. Не только из глаз. У Вахи много фэнтези. Да. Классный арт, мне тоже он нравится. Ну круто же. Гигер одобрил бы такие вот верзухи тугие, которые сочатся какой-то жидкостью на заднем плане. А Ридли Скотт, он бы сказал, что это прям корабль. Корабль этих вот, как их там, господи, забыл. Ну вы поняли, пришельцев этих. Что из башки вылетело совершенно. Круто. Ох, old school. Просрали мы образ космического рыцаря. Правильно, Никита. Рыцарство, оно умерло. Отмерло. Ему пришел конец. Сейчас покажу. Потому что космодесантник это действительно был космический рыцарь. Технологии в упадке. Это в принципе была вселенная про упадок. Технологический в первую очередь упадок. Архаику. Суеверие. Это... Прикольно с ересью контрастировало, потому что ересь, времена ереси, золотой век человечества, Великий Крестовый Поход – это про просвещение, технологии, могучую волю, про рассудок, рассудок технологии развития. Сейчас Вархаммер – это когда это больше похоже на умирающего человека в хосписе. Такая вот темная аналогия. Нет никакого пути, кроме как... смерть в конце, и можно только продлевать свое существование. У него гнойный абсцесс по всему телу. И пойдешь к бабке, будешь заговор, пойдешь к хиллеру, поедешь на Таити к хиллеру, чтобы он там тебе в пупке ковырялся. Будешь верить во всякое-всякое-всякое. Будешь глотать БАДы, полубесполезные пустышки и прочее. Но отсрочить конец свой все равно не можешь. Это Вархаммер. Все в упадке. Веришь ты в великих рыцарей, которые приходят в волшебном свете. Это космодесантники, которые суть на самом деле, ну если так вот рассмотреть, это такие вот феодалы. Они даже людей называют... Спасибо большое. Спасибо. Они даже людей называют смертный, а к ним обращаются сэр или лорд, мой лорд. Это как такие могучие, богоподобные существа для людей, которые владеют людьми, возвышаются над ними. Вот. Потому это такое суровое общество. Вот, вот космодесантник, это рыцарь. Рыцарь в броне, реально, вот он. Рыцарь в броне, именно что рыцарь. Увешанный всякими печатками чистоты, вот этими суевериями. У него болтер, его оружие, которое не меняется тысячи лет, потому что его нельзя менять, это святые законы, поменяешь, все сдохнет. Эти вот духовные скрепы. Ну, это упадок. И это было так круто, так офигенно. Вот этот вот рыцарь далекого будущего. Это было нереально круто. Сейчас? А что сейчас? Вы спросите меня. Что же сейчас? Сейчас я покажу вам, что сейчас. На манговый сок. У меня деньги закончились на киви-кошельке.
Прости, что мне пришлось у тебя все деньги выманить. Я не хотел, правда. Правда не хотел. Сейчас я вам покажу образ нового рыцаря. Далекого. Далекого будущего. Его броня технологична. Его броня крута. Его броня хороша. Он уже носит такой специальный респиратор, а не странную вот эту вот маску, как вот здесь, например, у Терминатора. У него крылышки сзади на бэкпаке, печати стало гораздо меньше, видимо, одна прилеплена банально для приличия просто, и все она ему не нужна, потому что он верит в технологический прогресс. В прогресс и в Коула, который даровал ему новую винтовку, которая все-таки прокачана Коулом, техножрецом. Хотя техножрецы и все механикус — это ребята, которые ничего нового как бы уже не исследуют скорее, а стараются сохранить старое. Они привязаны к ритуалам, и в массе своей они просто соблюдают их, боясь утерять те знания, которыми сейчас владеют. Это круто было. Но добро пожаловать в мир Call of Duty, Modern Warfare, Black Ops. Он круто выглядит, чувак. Ну круто. Он реально хорош, минька класс. Да играть-то интересно будет. Просто это не такой Warhammer, как вот этот вот Warhammer. Вот и все. Космическое Grimdark Gothic Fantasy исчезло. Оно как бы... Оно уже одной ногой умерло. Ну, как бы... Что осталось? Король умер? Да здравствует король! Сказать. Зачем ему два ножа? Он их, может, метает. А, он же Knife Fighter. Он боец на ножах. Он болтер, видимо, бросает и начинает своими ножами сражаться. У него правда же такое есть. Спасибо, большое спасибо за донат. Спасибо, сейчас прочитаю. У меня даже правило такое есть. Боец на ножах. Он в ближнем бою за попадание на шестерку делает два автохита. То есть больше генерит попаданий. Из-за того, что в обе ручки берет ножики. Сейчас нужно много работать. Это верно. Я это особенно понимаю, потому что я в ближайшие 3 недели буду один единственный. Рэмбо какой-то. Не, модели крутые, классные. Сейчас еще покажу некоторые модели, которые спорные, но на мой лично вкус и взгляд. Сейчас покажу. Вот, например, вот эти вот ребята. Я считаю, что они просто странные. Ну, вот просто странные. В отрыве там, фэнтези, не фэнтези, сай-фай, не сай-фай, они какие-то... Они какие-то не такие. Давайте так. Я предпочитаю наблюдать джимпак солдат, которые умеют летать, не в позе полета. Потому что позы полета в ГВ не всегда удаются. И выглядят они довольно... Довольно соу-соу. Нет, Warhammer 40 тысяч останется. Это настолько мощный бренд, что его никогда не поменяют, мне кажется. Хренушки. Сеттинг могут менять и без изменения названия. Такие чуваки. Они стильные, посмотрите. Они классные, стильные, у них проблем даже нету. Но они слишком технологичные, мне кажется. Ну, может, я зажрался, конечно, но... Посмотрим на сестер битвы, на самом деле. Вот такие вот мужички. Хасида обсуждать? У хасидов проблем нету, они там с вензелёчками и прочим, спасибо Мише Савье, который это все разработал. Вот, они с вензелёчками такие вот, ну, злые ребята. В принципе, хасиды, они в рюшках нормальные, красивые. Это реально такой злой классический хаос, грамотно развитая старая идея. Тут вопросов у меня нету, если честно. Они как раз напоминают хасидов. Ну, мне и СМ нравится, просто
Скучаю я по Гримдарку. Гримдарку. И архаике. Изначально не надо было назвать 40 тысяч. Да это можно, господи. Просто 40 тысячелетие и все. С каких пор хаос злой? Потому что сейчас он злой. Давайте посмотрим правде в глаза. Я уже говорил на прошлом стриме, что концепцию непоняток, концепцию неопределенности, морального даже облика, чего-то того, что лежит за пеленой вот этой вот реальности, мы все это просрали. Сейчас это просто злые ребята. Убить, мочить. Императора, накол, накол, накол. Мы просто злые и убиваем. Блять. Безумие мало у них, возможно, какого-то. В художественной литературе, вот, кстати, проскальзывает. Я пересказывал про, господи, Нургликов. Ну, банда. Господи, Silent Lords, по-моему, называлось, да? Lords of Silence, Лорды Тишины. Владыки Тишины, получается. Вот там они охеренные, там не злой хаос, там не злые нургляки, там топчик, там то, каким, сука, быть должен... Ну, каждый второй хотя бы хаосит. Ну вот. Показана другая сторона, не просто злых парней, это круто. Но в большинстве случаев это просто злые ребята, это как-то печально. С другой стороны, не нужно большего. Подросткам, которые покупают именно модельки, нужно видеть банального, простого оппонента, врага. Банально простого врага. Это же как в жизни. Должна быть простая, ясная установка, почему мы их не любим. Потому что они злые. Если ты захочешь вырасти и копнуть дальше в бэкграунд, ты будешь читать книжки, углубляться в бэкграунд и понимать, что это на самом деле чуть-чуть более глубокая яма, а враг, чем тебе казалось на первый взгляд, и под поверхностью большой пласт какой-то лежит еще. Пусть не везде, но хотя бы лежит, его можно найти. Но на поверхности это просто злые пацаны. Нет, я ничего про Данте не хочу. Востогая я еще не читал. У меня сейчас работы вот столько. Я каждый день хожу на студию. Каждый день. И монтирую вечером я уже каждый день. Потому я немного это на. Как бы на измене немного нахожусь. Я сейчас ничего не читаю, кроме книжек по Вархаммеру. Вот для вас, то, что человек, спойлер. Я думал сделать сюрприз из ниоткуда, но завтра выйдет вот эта вот штука. Вот. Все такие Инари, Инари! Инари будут. Инари будут, они никуда не денутся. Ну как они делаются? Но хочу показать и поделиться. Мы же крутой канал. Мы должны вернуться в форму, хорошую форму. Мы все лишнее отторгли. Сели на диету. И решили показать всем, почему мы такие клевые и классные. Почему нас так любят. Потому что мы делаем много контента и хорошего контента. Начнем вот с этой штуки. Вот. Завтра выйдет эта новелла. Ох, какая она крутая, и как классно там описаны девчонки. Это тебе и гримдарк, и тактика, и псевдореализм, и как раз упадок декаданса, и вот это вот все, что я люблю. Круто. Просто спасибо вот этой Дэнни Уэйр, это девушка, которая написала такую классную новеллу про девушек. Я прям... Ах. Было бы чем, я передернул. Вот. Скоро будем разыгрывать, скоро уже. Буду списочек делать тогда, пожалуй. Пора уже список делать, да? Я тоже так думаю. Всем приготовиться. 10-минутная готовность и начнем. Мы узнаем, кто будет обладателем волшебной коробочки. Тут, чем занимается твоя пассия, пока ты стримишь. Это моя жена. Это не моя пассия, моя жена. И она спит.
Будет ли история об Уриэле Вентрисе? Думаю, да, почему нет? Это модно делать. На просвещайку технологичность... Бля, не успел. На просвещайку технологичность – это одна из комплексных характеристик технического устройства, которое выражает удобство его производства. Это не про хай-тек. Ага. 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 Тогда это правильно, потому что сейчас там все удобно и все очень круто у Space Marines. Разные виды винтовок, разные боеприпасы. Тебе удобно вести бой этим вооружением. Раньше тебя били по рукам и говорили, у тебя есть болтер, сука, стреляй из болтера одним боеприпасом. Дай бог, у тебя будет 10 видов паттернов болтеров, которые не сильно друг от друга отличаются. Но теперь у тебя есть самонаводящиеся патроны, у тебя есть там уникальные плазменные винтовки, гораздо более мощные, хотя почему-то до сих пор взрывающиеся. Ну вот, так что... Это порог для Вархаммера, технологичность. Это все равно порог. Развитая. Но просвещайка уместная. Согласен. Очень даже уместная. Минька Терминаторов самая гримдарковая. Ну, блин, Терминаторы. Десвинга. Само собой. Я прям вот в этом уверен, что термос Дисвинга это самый как раз гримдарк пацаны. Так, составляем списочки. Составим и почитаем еще комментарии. Про кулак Примарис это всем известно. Ну, не знаю. А кому еще шорт-сторис-то мутить? Кому? Я обмутил репорты, может, какие-нибудь, что-нибудь еще обмутил. Но, к сожалению, запроса большого нет на другие формы контента. Не сказал бы, что это было чрезвычайно печально, но... Ну, печально. Так. Ой, спасибо вам за донатики, это прям хорошо. Хорошо. Будет чем платить зарплаты и непомерную аренду. А! Аренда! Хо-хо-хо-хо! Я же забыл про рассказать. Мы находимся, ну для тех, кто питерский, наверное, будет не сюрпризом, над помещением, где... Ну, в том же здании, где и был Geek Wars питерский. Там площадка очень клевая, у нас студия большая, красивая. Вот. И помещение гиков, оно само собой пошло под сдачу. Его чуть-чуть подербанили, некоторые кусочки от него отделили. Но основную массу сдали. Сдали другим арендодателям. О, господи, арендаторам. Угадайте, из всего сонмища, всех возможных вариантов, контор, фирм, которые обладают различными родами деятельности, какая поселилась у нас за стенкой? За двумя стенками. За боковой и под нами ровно. Какая? Я принимаю сейчас любые ваши безумные варианты, мне очень интересно просто. Вместе на эту тему порассуждаем. Макдак. КФС скурвился. Детсад. Бордель. Мне нравится. Так. Шаверма. Фирма сосед. Евангелисты. Еще варианты. Мне нравится, нравится. Давайте еще поднажмем вариантиков. Я пока сейчас последние штрихи доделаю буквально таким. Это очень клевые ребята, реально хорошие. Мы познакомились с ними лично.
Пятерочка, полиция. Красный крест, секшоп. Балкон Тайлера. Пол Дэнс. Спасибо за донатик, большой Шрайк. Спасибо. Шрайка не угробит. Он будет жить. Хобби Геймс. Нет, нет. Фитнес-клуб. Нет, нет, нет. Ну ладно. Ну ладно. Я чувствую, что надо... Надо вам помочь, ребята. Я намек. О, я намек дам. Это будет еще круче. Я дам хороший намек. Это будет очень круто. Готовы? Вы сейчас точно поймете. Теперь, ну мы просто вот поняли, что когда ребята уже близки к завершению ремонта, они начали нас радовать днем такими вещами. Очень такие бодрые вещи. Слушаем. Хватит. Я думаю, вы все теперь поняли, что это произошло. Репетиционная точка вместе с музыкальной школой. Реп-точка для всяких крутых рок-групп. И заодно музыкальная школа. А так как у нас особая конфигурация, и стенки у нас не очень толстые, я считаю, что это самый охуенный лак. Просто самый лучший лак. Наверное, Даня распространил ауру на все помещение, и типа, аура единиц, и нам выпало единиц на миллионограннике каком-то. То есть вместо чтобы там пятерочки открывать, клуб по интересам, любителей книг Вальтера Скотта, вместо, да тут хер с ней пятерочки даже, открылась блядская реп-точка для рокеров. Для рокеров, сука. И у них будет духовой класс. Класс духовых. В сегменте их школы. Вот. И так думаешь, блядь, а как же теперь сделать охуенный клуб, охуенную студию-то? Ну, как выйти название лучшего клуба культуры быта? Как? А никак уже. И вот сидишь, как бы, и думаешь, блядь. Так что будем вас, наверное, держать в курсе, но может случиться всякое. Сроком не сложно будет? Нет, нет, бросьте, там всего лишь лобают пиздец на ударных нон-стоп посреди таких тонких 10-сантиметровых стеночках. Нет, нет, конечно, не сложно будет. Спасибо большое на металл, спасибо. Валите оттуда. Это, конечно, простое решение, но в 200-метровую студию с ремонтом, со всем этим делом, с оборудованием, стенками, шкафами, наверное, вбухано много в 200-метровую студию. В том числе, ну, не только рублей, но и сил душевных. Потому просто так уйти оттуда это будет очень тяжело. И найти что-нибудь другое. Но мы очень злы в последнее время. Очень злые, и у меня пригорает. Кто-то, видимо, их подкупил, чтобы они там обосновались под нами. Но я верю в лучшее. Я стараюсь верить в лучшее. Но это правда было круто. Звукоизоляцию поставить? Они обшили звукоизоляцию и все. Только это, блядь, нихуя не помогает. А если мы будем делать звукоизоляцию? Ну да, это даже без гарантированного эффекта. Мы должны еще бахать много денег. А их не сказать, чтобы очень много. 200 метров, 205 метров жилой, точнее, площади.
205 метров площади в центре города Санкт-Петербурга в незасранном фонде и 6 сотрудниками. У нас не то, чтобы много лишних средств есть на изоляции. Потому я как бы удивился. Музло, кстати, норм. Да. Вы не поняли? Мы не можем записывать контент. Хер ты с ним. Если бы там сидели пили чай, мы бы сидели пили чай. Но когда ты рассказываешь крутую историю, а у тебя лобает просто со всех сторон, ты не можешь рассказать крутую историю на студии. Не можешь. Физически. Репорты можно заказывать, потому что зал с драконом у нас, он как-то вне этой какофонии. И тут постоянно кто-нибудь там сверлит, что-нибудь еще делает. Все равно неприятно. Но там репорт хотя бы можно заказывать, ну, снимать. Ну, в общем, ай. Не будем о грустном. Давайте разыграем что-нибудь приятное. Подарим людям счастье. Подарим людям сказку. Мы разыгрываем сегодня... Уберем Танталус. Танталус, давай-ка ты отсюда, дружище. Вот. Мы разыгрываем сегодня Warhammer Underworld с коробком. Коробка это любая, может быть, любая банда, которая вам, ну, нравится, что ли. Банд довольно много. Мы, наверное, их видели уже, они выходят постоянно. Я сам жду Сильванет. Обожаю Сильванет, лесных эльфов. И очень жду, пока появится эта коробочка, чтобы уже заиметь себе банду и снимать ролики по Шейкспайру. Вот. Сейчас мы узнаем, кто. Кто же? А кто? А кто это? Кто станет... Голушка першит. Кто станет обладателем коробки любой банды, которую мы сами покрасим, если человек захочет. Мы сами ее покрасим. Да. И отошлем вам по почте. С почты мы не супер быстро работаем, но зато мы точно ее отошлем. Это вот однозначно. Пык. Первая пошла пумпулька. И добавим еще один скрин кэпчур. Вот так вот. Вот сюда его впихнем. Ну что, вы готовы все? По традиции я тыкну один разочек тестовый. И потом по списку посмотрим, поищем, кто это будет. Ну, вы готовы? Первый раз пошел. Второй раз показывает нам 608 номер. Это значит, что ищем победителя. Победителя. Ну давайте. 608. Где он? Замполит 90. Замполит 90, его можно поздравить, потому что он получил коробку Шейкспайр. Шейкспайр. Коробку Warhammer Underworlds любой банды, которую он захочет, в свое распоряжение, плюс в нашем покрасе. Так, не забудь бы теперь его замполит. Надо написать. Ну вот, это простая коробка, она разыграна. Все коробки разыгрываются, господи, каждые 2 недели. То есть, если вы подписаны на сайт, не страшно, через 2 недели опять будет розыгрыш коробки Шейкспайра. И, может быть, раз в месяц, в 2, мы будем возвращаться к розыгрышу старт-коллекшенгов, стартовых наборов. Можно порадоваться замполита, что ли, не знаю, сказать ему, молодец, дружище, ты классный. Если ты у нас есть сейчас в чате, офигенно, напиши, что ура, я молодец. А если нет, то жди на почту. Жди на почту оповещение. Так, сейчас, ребята. Ага. Кое-что. Во, все. Это я давал задание на, господи, озвучку виджилусов коротких рассказов. Все завидуют просто. Мои поздравления. Шумоизоляцию. Ну, давайте почитаю комменты.
подстраивается под чудную музычку. Да, ну бросьте. Разберемся. Но это будет круто просто, что нам так повезло. Разве арендодатель не должен учитывать пожелания съемщиков? Ну, придется учитывать. Теперь придется учитывать. Ну, мы поговорим, конечно. Разберемся. В любом случае разберемся. А нет, ну, будем клянчить на новый переезд. Потому что еще одного такого сверхдорогого переезда мы просто не осилим. Банально не осилим. Ниоткуда. Так. Арбитрам о них почаще сообщайте. Это не поможет. Они до 11 точно управятся. Стоит ли брать на столки ГВ? По-моему, я это уже подсказывал, разве нет? Или просто долбиться в сорокет? Ты можешь взять на столки ГВ, не пожалеешь, наверное, даже. Но если не в сорокет... В сорокет не нужно. Ваос, в Age of Sigmar. Там прекрасные... господи, Хаммерхолл есть. И Серебряная башня. Тебе повезло, ты не такой, как все. Да-да-да-да-да-да-да. Именно так. Ай... Привет, Никита. Пока, Фома. Спокойной тебе ночи. Спасибо, что послушала наш стримчанский. Превозмогание, судьба любителей Вахи. Тут всякое, всякое бывает. Как жизнь? Нормально. Ничего, потихоньку жрать хочу. Очень сильно надо покушать, на самом деле. Историю рассказал, донаты собрал. Спасибо большое за донаты. Это было очень приятно. Ну, вот за донаты, правда, огромное спасибо. Это то, что позволяет нам делать. Контент делать. И... Какая милота. Никита мне скинул милоту хорошую. Камилла Некронская пирамидка. И мы будем делать этот контент дальше. Вам на радость. Репорты, обзоры, аналитику, смешные заставки, обучалки. Ох, эти обучалки, сколько геморрой с ними. И гайды по покрасу, потому что покрас это тоже хобби, огромная часть конверсии покрас. Гайд по найзам. Да посмотрим, как приживемся. Я думаю, нормально все будет в итоге. Главное только не сдаваться. Ну, потому что сдаваться совсем дебильно. Зачем как-то затевалось? Ну что, давайте еще 5 минут. 5 минут. Мы разыграли, что хотели. Покрас! Покрас, да. Завтра с тобой плазму покрасим. Видишь, сегодня ни обучалок, ни покраса нет, Никита. В смысле, где же он? Кто именно? Кто он? Обучалка или покрас? Покрас, он лежит себе аккуратненько на диске, ждет момента. Но сначала ждал момента, обучающий ролик. Но ввиду того, что не все получилось с чуваками, которые должны были помочь кое в чем, ролик не вышел. А так как мы это делали, все эти терки у нас были вплоть до 9 часов, то как бы уже... На покрас ролик не оставалось. Поэтому придется превозмочь и заняться традицией. Обучалкой. Понедельник, вторник. Как разберемся с чуваками. А покрас на воскресенье получается. Сколько еще пиратку дочитывать осталось? Один выпуск. Последняя финальная часть. Есть временной стандарт у блинного сказа, но если на сайте час... 50 минут-час 10 на часть. Жду видео на моем столе. Я могу тебе флешку принести с ним. За атмосферный контент. Спасибо. Спокойной ночи, Иван. Народу. Всем пока. Пока-пока. Никель, спокойной тебе ночи. Когда будут выпуски «Как собрать»? Ну, видишь, я не справился. Немножко не сумел, потому что я вместо бладов... Отдал предпочтение монтажу пиратки. Выпуск про пиратку ее давно не было. Потом я выпуск, вот, репорт Тираниды Тау, потому что мы его сняли 2 недели назад. Его надо сделать, у нас не было вообще репортов по 40к.
После этого я сейчас смонтирую про сестер бэк, чтобы дать больше бэка, и одновременно с этим я подведу к среде, чтобы в среду вышли блады. Как собрать выпуск про бладов. А потом, на следующей еще неделе, про Нургл. Ну я стараюсь. Я же сейчас один. Вторая часть про Желимана? Не знаю. Да, Гави, ты пропустил все, придется пересматривать, наверное, повторе. Но мы сделали много полезного. Вашими донатами была собрана новая часть про... Ой, спасибо большое. Ой, парням, на 5 минут. Спасибо. Прекрасный финиш, по-моему. Вами была собрана сумма, нужная для обучения... Ой, господи, блинного сказа. Я уже заговариваюсь, потому что я не поужинал. Я сразу в стрим метнулся. На 5 минут, ну вы держитесь, а то мы вас любим. Да мы держимся. Просто это будет тяжелое время, если придется съезжать, и мы усремся в переговорах, и эти музыканты нас оттуда выселят в итоге. Ну, увидим. Главное, что блинный сказ будет. Тайлер уже знает, что он прочтет, знает, что он вам расскажет. Империал Армора, конечно. Потому что в этих книгах самые лучшие кампейны. Самые лучшие кампейны, проработанные, углубленные. Вот. Потому ждите, на следующей неделе появится. И я же не знаю, как это один, вообще некому монтажить? Нет, Сережа Дубинин монтажит, просто снимаю, сейчас я один. Репорты, вот это вот все. Большинство бэка снимаю, рассказываю я один. Буду долгое время это делать. Ролик на сайте про это будет завтра. Смешной ролик на сайте с комментариями легкими. Ну, просто тяжело, да, тяжело. Все как-то, понимаете, все в один месяц. Весна охуенно началась. Понимаете? Охеренно просто. Ну, это топ. Я даже не знаю. Оно как бы все так штабелями. Как у Пастернака. Весною черную горит. Вот... Весной и черную все горит у нас. Спасибо, Боря. Вот очень точно не скажешь. Ну вот. И я как-то должен был приуныть по-хорошему, но не унываю, не знаю почему. Это же странно. Сам себе удивляюсь. Все, хочу поесть, ребята. Рассказ крутой. Классный. Вы услышали. Поняли, откуда эта машинка появилась, Танталус. Почему ее, возможно, стоит даже купить с фарджи и погонять? Потому что вы знаете ее бэкграунд, ее всю кровавую историю. Послушали короткий стрим, послушали всякие инсайды, посмотрели, что у нас будет скоро представлено на ютубе и на сайте. Послушали мои сопли, мои клянчения донатов знаменитые. И, наверное, все на этом, пора спать, потому что завтра у многих трудовой рабочий день. И у меня ведь тоже. Вам огромное спасибо, что побыли со мной. Я люблю с вами общаться, мне это в кайф, мне это нравится. Делаю я это легко, не задумываясь. И чертовски этим доволен. За что в первую очередь спасибо вам, уважаемые зрители. Большое спасибо всем тем, кто поддержал. Потому что, ну, без этих вот цифрок, я не знаю. Мы не были бы так хороши, возможно. Не было бы столько моделек у нас. Не было бы большой студии, которую мы снимаем и слушаем музыкантов. Спасибо вам всем поддержавшим, и увидимся с вами, видимо, очень скоро, через час на сайте вы увидите меня и Даню, играющими в Warhammer 40 тысяч, большой репорт. Завтра вы увидите, скорее всего, Тайлера на стриме короткого рассказа. Если он не сможет, не успеет, то увидите меня опять завтра на стриме короткого рассказа. И все, наверное. Люблю, целую. Хорошего вам настроения, чтобы весну вы встретили ярко, свежо, как подобает северному человеку. Чтобы ощутили тепло солнца, эти подснежники, радость в глазах людей увидели. И испытывали только приятные ощущения. До свидания вам всем. До свидания. Всего вам хорошего. С вами был Иван The Station. Пока. Пока. Пока.
Эу-эу-эу-эу-эу-эу-эу-эу. Ну не с такой же мы музычкой-то прощаемся, ребята. Нет. Когда мы видим, как этот маленький отважный марсоход стоит перед тьмой и бурей, здесь только одна мелодия приходит на ум.